The carnage begins! Рейнджерс наступают. Рейнджерс прижимают нас к нашим воротам, отодвигают игру от наших ворот. И Алексис Лафренер забивает последний гвоздь в крышку нашего гроба. Мы выбываем во втором раунде, и это абсолютно очевидно. Омск ничего не показал во втором раунде против Нью-Йорк Рейнджерс. Абсолютно ничего. 0-3. Бесславное поражение. Это провал. Классен. Из-за ворот. Какой бросок Реддиша! Какой пас Классен отдал на Реддиша! Как он щелкнул! Последние секунды этой встречи. И Чикалов с космос становится победителем сезона, чемпионата, Кубка Колдера, чего угодно. Мы поздравляем эту команду. Ах, какие клюшки вверх летят. Короче, эти парни это сделали. Yes. У нашей организации все-таки есть коллектив, который что-то выиграл. И, видимо, президент Американской хоккейной лиги вручает кубок Костеличу, нашему капитану команды. Мафу дайте. Цветуёчек берет этот трофей. Вот он, прекрасно. В центре поля располагается фотография чемпионского коллектива. Привет, ребята! Я вновь в эфире. Это значит, что настало время омских пиратов. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, боты и ботьи, товарищи, друзья, поклонники омского хоккея, приветствую вас на этом прямом эфире на платформах ВК, ВК Плейлайф, на Твиче, а также в записи на Ютьюбе. 14-й эпизод борьбы омских пиратов за главный кубковый трофей, главный клубный трофей в мировом хоккее начинается. Мы входим в очередной межсезонье после очередного не самого удачного плей-офф. Пусть наша команда проиграла, но я думаю, что свет в конце тоннеля у нас есть. И у нас есть хорошие, яркие перспективы на будущее. Но, конечно же, генеральному менеджеру Александру Русакову придется серьезно поработать сегодня на драфте. Раз, поработать с тренерами, поработать со скаутами, поработать с рынком, может быть, свободных агентов. У меня есть кое-какие планы, мысли по этому поводу. И, наверное, я постараюсь в ближайшие пару часов, надеюсь, я успею в пару часов уложиться, хотя в этом уверенности нет. Надеюсь, что мне удастся воплотить все свои задумки, все свои идеи. Вот. Ну а пока... мы готовимся ко входу, давайте дослушаем эту замечательную музыкальную композицию, которую нам создал искусственный интеллект под названием Удио. Короче говоря, стрим начинается, ребят. В общем, друзья, я думаю, не имеет смысла большого сейчас вспоминать о том, как завершился для нас регулярный сезон и чемпионат. Вообще весь в целом вы все прекрасно видели. Можно вкратце только в очередной раз напомнить, что да, начало регулярки и конец были смазанными, не очень удачными. Я бы даже сказал, концовка была провальная. Причем не в каком-то там смысле, а именно в прямом смысле она была провальная. Мы проиграли слишком много, упустили первое место. Может быть, это каким-то образом предопределило ход нашего плей-офф. Кто знает, как бы сложились наши матчи в постсезоне, если бы мы вышли сразу на Оттаву, а не на Нью-Джерси. Хотя, с другой стороны, сам плей-офф получился крайне неоднозначным. Мы в первом раунде довольно неожиданно обыграли Devils в 5 матчах, потом столь же неожиданно проиграли Нью-Йорк Рейнджерс в сухую. В 4 играх 0-4. Провал, поражение. Да, в любом случае, даже если мы проиграли в 7 матчах, я бы остался недоволен результатом, потому что это когда у вас молодая, новая, свежая команда,
неопытная, и она вдруг выходит в плей-офф, хотя никто не ждал, ты можешь считать это успехом. А когда у тебя уже команда с амбициями, команда уже с какими-то достижениями, команда, которая намеревается добиться большого, серьезного результата, любой результат, кроме как выход хотя бы в финал конференции, можно считать неудачным. Поэтому да, мы ставим своей команде не очень высокую оценку за итоги сезона. Но на этом все-таки жизнь хоккейная не заканчивается. Только три сезона завершилось для нас. Хотя мы там ставили 25. Не знаю, отыграли ли 25 все, хватит меня на 25 сезонов. Но мы входим в четвертый сезон постепенно. Ну нет, конечно, пока еще не входим, мы входим в межсезонье. И я не скажу, что у нас судьбоносные какие-то опять события нас ожидают, да, но тем не менее нам есть чем заняться. Есть чем заняться. Да, переключимся на экранчик основной. Так вот, естественно, в такой ситуации, когда мы входим в межсезонье, у нас особого плана никакого такого нет, отличающегося от всех предыдущих стримов подобного характера. На повестке дня у нас драфт, на повестке дня, повторюсь, у нас поиск главного тренера, на повестке дня у нас подписание контрактов и рынок свободных агентов. Есть чем заняться, абсолютно точно. В первую очередь, конечно, хотелось бы сказать про тренеров, потому что абсолютно я убежден в том, что наш главный тренер не подходит нам совершенно. Рикардо Ручин. Ну, конечно же, у него рейтинг А+, рейтинг замечательный, потрясающий, великолепный. И мы видим, что он дает хорошую статистику, наверное, и в атаку, и в защиту. И он обучальщик гораздо лучше, чем Брайан Перец, который нас тренировал в прошлый раз. Но, во-первых, он продолжает тренировать только форвардов. И это мне не очень нравится. Потому что я все еще мечтаю найти генералиста. Я хочу найти главного тренера, который будет тренировать всех. Тренера, у которого специальность широкого профиля. Это раз. Во-вторых, Рикардо Ручин, как главный тренер, очевидно, неудачник. Он может выдать хороший регулярный сезон, но в плей-офф он дальше третьего раунда не заходил ни разу. Дважды он был бит Колорадо в качестве главного тренера команды Эдмонтон Ойлерс. Дважды он выходил с этой команды в финал конференции и там проигрывал этим самым Эвиланж. 2-4 в первом году, 0-4 во втором. Ну и взяв нашу команду под свое крыло, так сказать, со своими подопечными, он, повторюсь, дошел только до второго раунда. Мне кажется, что этот тренер не сможет со статистической точки зрения нас никуда вывести. Более того, мне не очень нравятся его схемы. Вот эти вот. Для нападающих и для защитников, конечно, у нас есть, если мы говорим именно про игроков обороны, схема Pinch Cycle в двух парах и Pinch Balance в третьей паре, но это, конечно, подходит под четырех защитников, но не подходит нам под одного из наших ведущих молодых проспектов, молодого талантливого, выбранного годом ранее, в прошлом драфте, под восьмым общим номером защитника Кристиана Поля. У него, по-моему, там как раз схема Pinch Shoot. И нам желательно, конечно, было бы найти под этого защитника такого тренера, который давал бы возможность ему реализовывать свой собственный потенциал в итоге. Мы хотим развить этого немецкого защитника в суперзвезду. Я думаю, что нам удастся это сделать, если мы правильного тренера подберем. Опять же, все-таки, наверное, люди, которые играют в эту игру очень часто и которые разбираются в ней очень хорошо, для них многие вещи очевидны. Для меня, как для человека, который в режим франчайза играет в первый раз, многие вещи не очевидны. И я искренне верил в первые три сезона, что я могу найти себе тренера со специальностью широкого профиля, тот самый дженералист, который будет учить и нападающих, и защитников, и всех на свете, и ветеранов, и новичков, и вратарей, в том числе наверняка, у которого будет схема атакующая. Но, к большому сожалению, у этой игры нет такой вариативности. Она достаточно простая, и тренеров, в общем-то, видов тренеров всего, пожалуй, 5 получается. И еще что я выяснил. Схема атакующая, например. Схема, в принципе, игры, она, тот самый коучинг стайл, стиль тренерства и стиль игры, они целиком и полностью связаны с тем, какой тренер, в общем, имеет специальность. Какой тренер имеет специальность. То есть, если у вас Рикардо Ручин является тренером форвардов, то он играет в атакующей манере. Он исповедует атакующий хоккей. То есть нет ни одного тренера, который исповедовал бы атакующий хоккей и имел другую специализацию.
Дженералисты все имеют стиль игры либо сбалансированный, либо физический, физикал, то, что называется физикал, где они подбирают специально в 3-4 звено больших крепких парней, которые будут вас утюжить, прессовать, бить, совершать всякие разные силовые приемы, в общем, в силовой манере будут играть. Оборонительные, соответственно, с оборонительной тактикой тренеры тренируют защитников, ну, а тренер вратарей, соответственно, тренирует вратарей, но мы их уже не берем в расчет. И это, на самом деле, очень обидно, и это меня достаточно сильно огорчило, потому что ну ладно, я могу понять, если мы не имеем возможности поменять тактику у тренера, да, я могу понять это решение разработчиков Electronic Arts, все-таки тренер есть тренер, у него должна быть своя схема, игроки должны под нее подходить. Ладно, допустим, но вот тот факт, что нет дженералистов с атакующей схемой, почему? Почему обязательно человек, у которого есть атакующая схема, должен тренировать только игроков атаки? Почему он не может тренировать, например, защитников атакующего плана? Почему оборонец, тот человек, который исповедует оборонительный хоккей, тот тренер, который желает играть от обороны, должен тренировать только защитников? Почему он не может тренировать, например, форвардов оборонительного плана? Я не очень могу понять, почему нет такого какого-то разнообразия в тренерах. Потому что ну, в реальной жизни тренеров очень много, очень разных, и у них свои тактические схемы, свои предпочтения у всех. И обучают, наверное, они тоже по-своему. Я не знаю, может быть, будут какие-то изменения в 25-м НХЛ, мы пока не имеем этой информации. Но меня смущает отсутствие реально разнообразия. Все разнообразие у тренеров упирается вот в эти вот схемы, да, вот в эти вот разблюдовки, таблички, во все эти минусы, галочки, крестики, под которые либо хоккеисты попадают, либо нет. И еще одна вещь, которая мне непонятна. Почему в этой игре вообще, в принципе, не додумались разработчики сделать что-то такое, чтобы хоккеисты подстраивались под модель тренера? Не сразу, может быть, но постепенно. Это из логики вещей вытекает в реальной жизни, оно на самом деле так и есть. Многие хоккеисты, ну не все, конечно, кто-то подстраивается, кто-то нет. Почему бы не подстроить какого-нибудь молодого игрока на ранней стадии, например, его карьеры, под модель конкретного тренера? То есть я должен специально тренера подбирать под моих молодых талантов. Это сделать очень сложно на самом деле, чтобы угадать со всеми. А мне не хочется этих людей там продавать, обменивать. Мне хочется, чтобы они стали звездами, стали какими-то лидерами этого коллектива. Теми людьми, которые будут вести этот коллектив к победе в итоге. Краеугольными камнями, столпами этого коллектива. В общем, сложно. Мы будем искать тренера главного, который будет генералистом, который будет иметь хорошие оценки, желательно, чтобы у него общая оценка была не меньше А-, чтобы он учил, тоже с оценкой А, естественно. А сумеем ли мы такого тренера найти, я пока не знаю. Желательно, чтобы у него еще был вот этот вот pinch cycle. С нападающими мы можем разобраться, на самом деле. Нападающих вместить в эти схемы тактические, да, в эти предпочтения тактические тренера гораздо проще, чем защитника, потому что здесь у нападающих 5 показателей, а у защитников только 2. Если у тебя один не попадает, то твой защитник вылетает из состава. Мы видели это с Харли и с Демелло, которых пришлось ставить в третью пару, переводить из второй. Просто потому, что они не подходят под схему и под предпочтение Рикардо Ручино. Но, если мы найдем такого тренера, это не означает, что Рикардо Ручино я буду увольнять. Почему? Потому что из него может получиться хороший associate coach. И, кстати, у меня возникла мысль, друзья, почему я все время пользуюсь англоязычными терминами? Вот этот associate coach, assistant coach. Ведь есть же на самом деле хорошие термины русскоязычные. Я не знаю, почему мне не пришло это в голову сначала. Хорошо, что это пришло мне в голову сейчас. Хорошо, да, хорошо. Лучше поздно, чем никогда. Есть хорошие русскоязычные термины. Ну, главный тренер, понятно. Но есть еще такой термин, как старший тренер. Старший тренер — это второе лицо в тренерском штабе. Это заместитель главного тренера. Это тот человек, который может взять управление командой вместо главного тренера. Если главный тренер по какой-то причине выйдет из состава, заболеет, или, может быть, его уволят, или, может быть, у него какие-то семейные проблемы возникнут. Вот это он является associate-коучем. Это тот человек, который является вторым лицом в этом тренерском штабе. То, что в английском языке называется second in command. Второй командир этой самой группы. Ну, а помощник главного тренера, это assistant coach, так и остается. Поэтому с сегодняшнего дня я буду стараться использовать русскоязычную терминологию. Head coach — это главный тренер. Associate coach — это старший тренер.
соответственно, assistant coach — это помощник главного, и, соответственно, тренер вратарей. В этом проблем нет. Сумею ли я найти, соответственно, такого тренера, который мне нужен главный, я не знаю. Но если я смогу, Рикардо Ручин встанет на место старшего тренера. Тем более, что вот в этих ваших всех интернетах, реддитах было написано от лица пользователей опытных, что старший тренер и помощник главного имеют очень большое значение. Не только в оценках для большинства и меньшинства, но они не влияют на характер игры, да, на тактику на какую-то игры, вроде бы как, да, на стиль игры они не влияют, но они влияют на развитие хоккеистов. То есть, если у меня вот хороший обучающий тренер стоит старший, который занимается форвардами, он должен оказывать хорошее влияние на нападающих. То есть мы можем, в принципе, трех дженералистов поставить, и это будет влиять, наверное, хорошо на всех, в идеале. Но вот этого тренера можно совершенно спокойно поставить на позицию старшего, и он будет заниматься нападающими практически весь следующий сезон. Это хорошая тема. Хорошая тема для развития. Я попробую это сделать. Может быть, мы и найдем еще более удачного тренера защитников. Потому что Холден Моро имеет обучение Б. Он хорошую оценку имеет в меньшинстве. Но, правда, это не очень было хорошо заметно по сезону. Я не знаю почему. Потому что, может быть, под схему не попадали. Опять же, у меня вопрос возникает, который мне не очень понятен. А может быть, мне эксперты в комментариях, в том числе, например, на YouTube, расскажут, объяснят, в чем суть. Кто определяет вот эти вот крестики, галочки, минусы, схему при игре в большинстве и меньшинстве, в неравных составах? Это определяют помощник и старший тренер, или это все-таки определяет главный тренер? Мне кажется, что главный, но у меня сомнения на этот счет есть. Было у меня желание, например, поменять еще главного тренера команды ХЛ, товарища Дрю Экфорда. Но Дрю Экфорд внезапно взял и выиграл, между прочим, чемпионат в американской хоккейной лиге. Он выиграл Кубок Колдера, чем меня очень сильно порадовал. Плюс у него сейчас обучение А-. Для ХЛ это самое то, он не учит тренеров остальных, но он учит игроков в своей команде, то есть в фарм-системе у нас в ХЛ. Игроки тренируются, получают рост какой-то определенный. И это здорово на самом деле, потому что у нас есть таланты и будут еще появляться таланты хорошие, классные, задрафтованные, которые очень хорошо растут. И мы надеемся, что они в скором времени пополнят наш состав команды НХЛ. Что касается драфта. Драфт, друзья, это, пожалуй, наверное, безо всяких сомнений, самая большая удача предыдущего сезона. Это самый главный большой плюс, который наша команда и наш генеральный менеджер, наш фронт-офис сумел добиться. Напомню, что генеральному менеджеру Александру Усакову удалось обменять такие у нашего вратаря Джереми Суэймана в Чикаго Блэкхокс вместе с третьим и пятым раундами драфта этого года, 26-го уже получается, на первый раунд этого же 26-го года. И так получилось, что Чикаго White Sox вместо того, чтобы ворваться в плей-офф после того, как они взяли топового вратаря, элитного, после того, как они сделали несколько классных обменов в дедлайн, они должны были въехать в плей-офф, вкатиться, влететь туда, но они вместо этого провалили вторую половину сезона, по факту, последние там полтора месяца, и в плей-офф не попали. Более того, Чикаго Блэкхокс закончили по очкам пятыми с конца. Это означает, что у нас лотерейный выбор, и в худшем случае мы опустимся на шестое место. Ниже шестого мы опуститься не можем, но мы можем занять место с первого по шестое, и у нас есть отличный шанс для того, чтобы выиграть эту драфт-лотерею, получить первый номер драфта. И на самом деле у нас есть кого выбирать. У нас не такой богатый драфт-класс на большие таланты, но из первой десятки меня привлекает прежде всего два человека. Если мы попадаем на первое место вдруг внезапно, мы абсолютно точно выберем вот этого молодого человека, Гевин Маккена из Medicine Hat Tigers, который выступает в команде WHL, в лиге WHL, западная хоккейная лига, канадская молодежная. Помимо того, что у него потенциал средний, элитный, он абсолютно точный первый номер драфта, и у него еще, видите, есть пометка «Алмаз». Он джем, то есть он будет играть лучше, чем свой потенциал, наверное. Он может достичь очень больших успехов в национальной хоккейной лиге. Единственное, что меня смущает, это то, что он плеймейкер. Но он может играть на левом фланге, с одной стороны. Почему меня смущает то, что он плеймейкер? Потому что у нас сейчас очень много плеймейкеров в составе. У нас Кайру плеймейкер, у нас Теравайнин плеймейкер, у нас Шаров плеймейкер.
И сейчас мы еще вот этого четвертого плеймейкера поставим. Понятно, что у нас Кайру не навсегда. Он в какой-то момент уйдет. И Травайнин тоже уже стареет. И тоже, наверное, уйдет очень, очень скоро. Но вот этот человек, конечно, впечатляет не только своей статистикой в своей лиге, да, как плеймейкер. Причем, смотрите, он вроде как плеймейкер, но он умеет забивать голы, и он забивает достаточно много. Он забил в 70 матчах 42 шайбы, дал 49 передач. То есть он забивающий такой плеймейкер, что очень здорово. Большой талант на самом деле. Он в реальной жизни тоже, говорят, очень большой талант. У него магические руки, он умеет играть хорошо один в один, так сказать. Отлично создает моменты в атаке. При этом у него оценки 5 на броски, 5 с плюсом на владение клюшкой и шайбой, чутье хоккейное А, Б катание, Б физика и Б минус защита. Также мы знаем, что он похож на Патрика Кейна, он уже готов играть в НХЛ, то есть у него рейтинг скорее всего в районе 80, может быть 81, может быть 82, мы не знаем. Мы видим его схему, под которую он подходит. Carry, Shoot, Efficient, Balance, Overload. Оверлоудом обычно пользуются тренеры, которые играют в сбалансированной манере, поэтому очень может быть, что под нового тренера он как раз бы и подошел. Но что самое интересное, у него 5 X-факторов. Мы видим уже точно, у него 5 X-факторов есть. Puck on a string — это хорошее владение клюшкой и шайбой. Спинораму он делает, то бишь улитку. Третий глаз на пас. Send it опять же на пас. 3 пасовых у него, по сути, X-фактора. Нет броскового, но есть 3 пасовых. Да, это первый. Но что будет, если мы все-таки не выиграем первый номер драфта, а окажемся в первой шестерке? Тут у меня предпочтения падают на вот этого молодого человека. Джо Игинла из Edmonton Oil Kings, опять же, лига WHL. Джо Игинла, точно так же, как Гевин Маккена, является реальным человеком. Джо Игинла — это младший сын того самого легендарного игрока 2000-х годов и начала 2010-х, Calgary Flames, Джерома Игинла. Это его младший сын. Ему вот как раз на этот момент будет 17 лет. Он также имеет потенциал среднеэлитный. У него нет показателя алмаз, во всяком случае, пока. Он снайпер, что нам точно нужно. И мы определенно, да, мы видим, что он снайпер, он много забивает, но он тоже умеет отдавать результативные передачи. Его оценки просто потрясают воображение. По оценкам он даже может быть лучше, чем Гевин Маккена. А плюс броски. А минус владение клюшкой. А минус чутье. Бест катание. А физика. С физикой у него все гораздо лучше, чем у первого номера драфта. И защита Б. Плюс его сильные стороны. Хороший, жесткий кистевой бросок. Отличное катание и элитная скорость. То есть он, в принципе, как наш шведский форвард Альфредсон молодой, тоже, видимо, летает как птица практически, как истребитель по льду. Нам это очень нужно. То есть броски у него могут быть даже в районе 90 уже сейчас. Понятное дело, что при ближайшие 2 года, скорее всего, мы им воспользоваться не сможем. Наверное, если у него, конечно, только не супер клевые какие-то рейтинги. Мне кажется, его стоит в юниорах подержать годик-другой, а там уже потом ставить в состав. Хотя, может быть, мы и передумаем. Хотя на самом деле, надо сначала его выбрать, да, конечно же. Персоналити, это все понятно. Он похож на Мариана Габорика. Он, опять же, готов к выступлению за команду НХЛ. Но он, наверное, более атакующего плана такой хоккеист, потому что его стратегия за воротами, behind the net. Ему нравится carry, cycle, efficient, don't block. Он не блокирует броски. Он эффективно расходует энергию. Он любит возить шайбу по зоне. То есть плести кружева, и он не любит играть через вброс. Тоже очень хорошая на самом деле тактика. И вот это вот самое главное, друзья. Вот это вот самое главное. У него как минимум 2 точно X-фактора серебряных. Это close quarters и shock and awe. То есть он с ближней дистанции хорошо поражает ворота с увеличенной точностью и силой. Кистевые броски, снэп-броски. Резкие, мощные. Плюс он хорошо бросает шок и ужас, называется этот X-фактор серебряный, после протаскивания шайбы возле ноги, после некоторых из финтов. Есть у него Thunderclap вроде бы, пока не знаем, есть ли точно у него пасовый и на щелчок X-фактор. Ну и с вероятностью, наверное, в 60-70, может быть, 80% у него золотой X-фактор на владение клюшкой. Я не знаю, на самом деле, бывают ли в именно этой игре золотые X-факторы на драфте, потому что в прошлых играх они точно были, но здесь немножко система поменялась.
там со всеми приобретениями и потерями X-факторов, может быть, на самом деле золотого X-фактора у него нет. Но мы не знаем об этом наверняка ничего. Очень может быть, что нет, но может быть и есть. Нам надо обязательно узнать по поводу Джо Игины точно, есть ли у него золотой X-фактор или нет. Этот человек мне предпочтительнее, даже может быть, чем Гэвин Маккена. Поэтому я сейчас целюсь в этих двух парней. Понятно, что тут есть и другие ребята. Вот есть Пер Йоханссон, например, центр-форвард. Элитный тоже снайпер. Правда, оценочки у него не такие хорошие, как у Маккены и Игилы. Есть защитник Козино. Козино из Бельгии. Прямо скажем, экзотическая для хоккея страна. Который играет в Швейцарии за Лозанну. У него оценки не такие клевые. Честно говоря, да, и он находится в одном годе от НХЛ, может быть, у него просто рейтинг высокий. Ну и плюс вот этот вот товарищ Ив Бумедьен, я вообще не знаю, что он делает. Скорее всего, у него тоже очень высокий, высокий рейтинг, хотя написано топ-6 форвард хай, может быть, он прыгнет в элитный. Он универсал, но пока он не очень впечатляет, честно говоря, и тоже, да, он в трех аж годах от НХЛ, как он поднялся на четвертую строчку, кто бы знал. И Рубрёк есть такой, Райан. Из Ниагара Ice Dogs OHL. Хоккейная лига Онтарио, соответственно. У него тут тоже все ашки, но у него с защитой очень плохо. Поэтому да, Игинла. Что мне сделать для того, чтобы все-таки как-то с Игинлой поработать? И точно узнать. Мне надо направить скаутов, естественно. И мне надо, видимо, направить дополнительный скаутов для того, чтобы его изучить. Но такого скаута мне надо направить, который бы имел показатель... Во-первых, он был бы недалеко, был бы в Канаде, да, во-первых. Хорошо бы знал, может быть, эту территорию. И чтобы у него желательно при этом был показатель X-фактора изучения равный чему? Равный А+. Вот, например, у Картера Парента, несмотря на то, что у него очень хорошая оценка, Бшка, где можно было бы и побольше взять у него. Изучение атрибутов X-фактора B. Здесь мы как раз на самом деле и видим, насколько важно иметь хорошего скаута, потому что скауты, да, они могут изучать тех или иных игроков, они могут давать какую-то информацию, но между тем, исходя из их вот этих вот способностей изучения, способностей выяснить какие-то данные, какие-то вещи о тех или иных хоккеистах, ну, от этого зависит, насколько точным будет его репорт, насколько точным будут его донесения по поводу тех или иных игроков. К сожалению, нам не повезло с нашими WHL-скими, так сказать, скаутами. Они не очень хорошо изучают атрибуты X-факторные, поэтому, наверное, видимо, Парент изучал Игину. Поэтому мы не узнали с точностью, насколько высокие показатели X-факторные есть у нашего игрока. Действительно ли их 5? Действительно ли есть золотой X-фактор? Поэтому я предлагаю сейчас просто направить еще одного нашего скаута. А у нас такие есть. Для дополнительного изучения. У нас до драфта остается примерно сколько там? 2-3 недели. Это, наверное, в 20-х числах будет драфт. И мне надо тогда переместить кого-то из наших скаутов в WHL, чтобы изучить как раз Гину на потенциал и характер. Обычно именно потенциал и характер дают возможность изучить X-факторы. Как раз у нас есть атрибуты X-факторные Джонатан МакТаггарт. Он именно здесь хорошо изучает. В этом смысле у него А+ стоит. Он должен нам помочь. Давайте напишем на листке бумаги МакТаггарт, что он работает в OHL, чтобы я потом его смог направить назад, потому что я могу забыть. Вот. И мы сейчас переместим его. Сменим регион. Мы переместим его в WHL. Канадская молодежная лига. И переместим его вот сюда. Вот сюда, в WHL. На запад. Ему нужно 4 часа, чтобы переместиться. У него никого нет сейчас. Он абсолютно свободен. Единственное, что меня смущает, что он знаком с регионом. У него оценка B. И может быть так получится, что это тоже как-то повлияет на точность его изучения. Что у нас Делука своей бэшкой? Что он дает? У него А-. Можно Соло Делуку тоже направить туда же, в WHL, изучить того же самого игрока. Записываем Делука, OHL.
И мы тоже перемещаем его в WHL. Он тоже сейчас свободен, уже всех тоже изучил. Да? Давайте сменим регионы ему. Северная Америка. THL. WHL. Насколько он хорошо знаком с этой территорией, он знаком с оценкой А. Так вот, давайте обоим этими скаутами, обоим этим скаутам дадим задание изучить Гинлу. Potential и comparison, да, потенциал и сравнение. До 13 июня они будут работать нашим этим игроком. Видимо, оба. Мы удвоим наши усилия скаутские, попробуем изучить все, что нам нужно. Попробуем получить те данные, которых нам не достает. Вот так вот я решил. Докинем мы, поможем мы нашим скаутам, чтобы полностью знать, что у нас Игила из себя представляет. Вот так. Ну и по поводу контрактов мы уже разберемся позже. Так, хотя, подождите, вы знаете, может быть, нам стоит посмотреть, какие у нас контракты есть сейчас? Или, может быть, стоит подождать уже непосредственно момента, когда у нас будет подписание, вот этот вот эксклюзивный там пятидневный период. Потому что могут измениться требования наших игроков. Пока из основного состава у нас хочет подписать контракт из истекающих только Боквист. Он RFA-ный. И учитывая, что мы с трудом влезаем сейчас в вот этот вот промежуток платежной ведомости разрешенный, у нас поднялся пол зарплат до 75 миллионов, у нас столько нет. И нам обязательно нужно подписать какие-нибудь контракты, которые будут стоить достаточно дорого. Не знаю, на самом деле, стоит ли мне за 4 года давать 7 миллионов Адаму Боквисту. Ну, 4 года, может быть, и стоит дать, да, может быть, даже стоит 5. Но 7 ли миллионов он стоит? Боквист был 83 рейтингом предыдущие несколько лет. В этом году ему очень хорошо повезло с главным тренером. Он попал в правильную схему, он начал играть во второй паре защитников. И у него получился карьерный год. Он заработал больше всего в карьере очков. И, конечно, игра восприняла Боквиста как человека спрогрессировавшего из статистики и вообще во всем. Поэтому Адам Боквист получил хороший статистический рост. Плюс целых 3 единички. Но сейчас мы опять же не знаем, будет ли он подходить под схему нового главного тренера. Может быть, он, конечно, изменит. Что просит Фил Кессел? Фил Кессел просит 5 миллионов за год. Но опять же, у нас построение нашего состава будущего будет во многом зависеть от того, что произойдет сейчас с нашими пенсионерами. Останется Фил Кессел играть? Останется ли Сидни Кросби играть в свои 38 лет? Нико Штурм. Ну, с Нико Штурмом мы можем разобраться, например, по ходу. Он просит 2,275. Мы можем дать ему за 2 года такие деньги. Можем даже немножечко скостить. До миллиона, например, 800 или 1,900. Может быть, 2 миллиона ему дать. Мы посмотрим на самом деле, что мы будем делать с этим 31-летним форвардом. Он в рейтингах не растет, но он очень хорош на вбрасываниях. И, например, в четвертую тройку или даже в третью, может быть, он подойдет. Я пока не имею никакого понимания того, что мне делать с нашим составом. Тем более, очень сложно наблюдать, когда у тебя нет экрана. У тебя нет экрана с, скажем так, с этими звеньями со всеми и с парами защитников. Они исчезают. Менеджировать, так сказать, ростер, распределять, управлять ростером я не могу. Только могу смотреть прогресс, какой был у наших хоккеистов в данный момент времени. Но мы можем, например, взять и открыть драфтборд, где нам показывается о том, что у нас есть всего пока что 2 выбора на драфте, но все может измениться. Соответственно, выбор в 1-6 раунде пока что у нас есть. Но если мы посмотрим на глубину состава, то мы тут увидим, что как примерно у нас сейчас игра представляет себе наш состав на следующий год. То есть первая тройка — это Кросби, Лайне и Кайру. Вторая тройка — это Грик, Теравайнен и Шаров. Форментон, Альфредсон, Барабанов — третье звено. И в четвертом звене, четвертое звено, у нас могут стать Фил Кессел, Реддиш, Штурм, Протас, Эллисон, Загорна. Ну а дальше уже у нас идут игроки низших лиг. Костелич, Шиен. Тут с низшими лигами мы уже будем потом разбираться. То же самое я могу сказать по поводу защитников. Жерард и Боквист, Харли Чернок, Демело, Бал пока что. Но мы хотели бы подключить к составу Кристиана Поля и, может быть, даже Филиппа Крала. Филипп Крал очень старается, он очень хочет пробиться в НХЛ. Но пока ему это не удается. И он явно страдает от этого в 26 лет сидеть
столько времени в американской хоккейной лиге, он хочет попасть в НХЛ, но под него просто места нет. Но может быть, это место найдется, если он будет подходить под схему. Я не знаю. Можно попробовать. А в воротах, понятное дело, у нас пока что Спенсер Найт и Дастин Вулф, которые несколько разочаровывают своими результатами. Марк-Андре Флери тоже может завершить карьеру. Новоявленный наш чемпион американской хоккейной лиги. В запасе тут у нас в ВХЛ есть Пикард и Романов. Но я так думаю, что в ближайшем будущем, через несколько лет, через 2-3 года, через 4, может быть, года, основным голкипером нашей команды станет вот этот вот гражданин. Вот этот вот юноша 19-летний. Я его все время называю Гэбриэл Дейгл. Но, наверное, на самом деле я неправильно произношу его фамилию, потому что фамилия очевидно, французского происхождения. Поэтому, наверное, я так предположу, надо уточнить. Правильно будет называть его Габриэль Далье. Габриэль Далье? Наверное, так. Габриэль Далье, скорее всего. Поэтому, да, он имеет, опять же, потенциал среднеэлитный. Он постепенно растет. И раз мы хотим сделать его основным вратарем, Габриэль Далье займет место на последнем рубеже, и тогда у нас Найт и Вулф станут людьми, которых мы, наверное, обменяем. И очень хотелось бы тогда, видимо, достичь с ними побольше каких-то высот, может быть, поднять их повыше в рейтингах, чтобы цена их на рынке была выше, чтобы мы могли точно так же, как Суэймана, очень выгодно их продать. Вот такой. Такое у нас видение будущего. Пока что мы контрактов подписывать никаких не будем, и нам надо, наверное, двигаться вперед. А, да, пожалуй, что, я не знаю, в какой момент времени нам расскажут о том, где будут драфтовые номера. Я не знаю, стоит ли нам ждать или нет. Продлять день за днем, так сказать, симулировать. Я не в курсе. Ладно, мы подумаем на этот счет сейчас. На самом деле, я наконец-то, друзья, подготовился к драфту. К тому, что у нас будет, ну, к тому, что будет происходить во время драфт лотереи, к объявлению результатов, так сказать, я заготовил себе вот такую фигню. Бамс! У нас есть сгенерированный искусственным интеллектом логотип драфта специальным. По моей просьбе мы сгенерировали вот эту штуку. Хороший, кстати, получился логотип, как мне кажется. Такой современный. Очень красивый, мне нравится. У меня есть другие варианты, может быть, мы будем их как-то варьировать, да, постепенно менять местами, чтобы у нас эти самые логотипы не были одинаковыми постоянно, мы их будем как бы менять, ротацию будем производить этим логотипом. Так что поприветствую наш новый логотип. Вот, сейчас как мне правильно поступить? Я должен нажать на вот эту вот off-season, и у меня пролистнется несколько дней, да, и появится список, мне надо сделать как-то так, чтобы я этот список не увидел. Потом я сверну окно, и у нас не будет этой дурацкой надписи, которая у нас появляется из приложения Xbox-овского. Щелкните и нажмите здесь, чтобы продолжить игру. Что я сейчас взял листок бумаги. Листок бумаги я взял. Я нажимаю на вот эту вот кнопочку. Simulating. У нас должен появиться список. Draft Results. Так, этот список появился. Я закрываю экран. Закрываю экран листом бумаги. А4. Я вижу только край. Вот где есть крестик и кнопочка свернуть. Так, нажимаем. Сворачиваем. Я ничего не знаю. Никакого обмана нет, друзья. Никакого обмана нет. Я узнаю то, под каким номером выбирать будет вместе с вами. Вот прямо сейчас. Я буду поднимать этот логотип. Мы будем узнавать, кто под каким номером будет выбирать. Итак, поехали. Снизу вверх. Поднимаем и узнаем. Да, тут, конечно, вот эта вот пимпочка, наверное, мешает все-таки. Она будет немножко раскрывать нам... Наверное, будет немножко раскрывать нам заранее результаты. А может быть и нет. Сейчас проверим. Это первый тест. Первый тест такой вот ситуации. Поехали. Начиная с 17 номера, кто-то, конечно, может прыгнуть вверх, но я так думаю, что мы ниже 6 номера не опустимся. Ладно, погнали. Итак, под 17 номером выбирают Нью-Йорк Айлендерс. Под 16 номером Коламбус Блю Джекетс. Не очень это красиво. Так, давайте вот так вот сделаем. Так, наверное, лучше. 15 номер. Бостон Брюинс. И у нас есть первый прыжок сегодняшнего дня.
кто-то прыгнул с 14 номера, потому что по 14 номерам теперь выбирает Монреаль. Это значит, что кто-то, кто прыгнул с 14 номера, может подняться на 10 мест. На 10 мест, и эта команда будет четвертой. Не выше четвертого места этот клуб займет. Мы, наверное, откатились на шестое, если мы, конечно, не прыгнули сами. Дальше. 13-й. Детройт. 12-й. Вашингтон. Под 10-м номером. Оттава... Нет, это Сиэтл. И еще один прыжок у нас. О, друзья, я, видимо, погорячился с тем, что мы ниже шестого номера не упадем. Потому что кто-то прыгнул еще раз. Да, Филадельфия у нас 10-я. Под 9-м номером Сент-Луис. Под 8-м номером Питтсбург. Под 7-м номером Омск Пайратс. Черт, нам не повезло. Нам не повезло, друзья. Ох ты, я надеялся, что нам повезет. Но теперь надо думать, как нам заполучить Джо Игинлу. Джо Игинла мне очень нужен, друзья. Мне очень нужен Джо Игинла. Мы подумаем, что можно сделать с этим. Совсем. Под 6-м номером выбирает Калгари. Они упали с 4-го. Под 5-м номером выбирает Даллас Старс. 4-й, прыгнувший с 14-го места, Баффало Сейберс. Вот это повезло ребятам. Под 3-м номером Нэшвилл. Под 2-м номером... Ага, под 3-м номером Нэшвилл. А это значит, что под 1-м номером драфта 2026 выбирать будет Лос-Анджелес Кингс. И Сан-Хосе опять обломались. Боже ж ты мой, Сан-Хосе прыгнул с 9-го места, но только на 2-е на лотерею все равно выиграл Лос-Анджелес. Товарищи, вот они результаты драфтовой лотереи на ваших экранах. Мы 7-е. Да, и теперь надо думать. Наши шансы на то, чтобы вытащить, что мы сможем вытащить хорошего игрока, резко уменьшаются. Потому что там немцы всякие и чехи, которых мы вообще не изучали. Мы игнорируем европейские чемпионаты по большей части. Мы только направили нашего скаута в Швейцарию, просто потому что там был вот этот чувак под 2-м номером из Бельгии. Не повезло нам, да. Давайте посмотрим драфт-класс, потому что я не знаю, какое там сейчас число уже. Но какие-то данные мы должны были изучить. И Гинла прыгнул на 5-е место. Вы знаете, это даже еще хуже. Видимо, что-то мы узнали о нем. А что мы о нем узнали? Что у него по X-факторам? А у него 3 X-фактора всего. О-о-о, ребята, это даже меняет дело. Close Quarters есть, 1T — это щелчки в касание и... One-таймеры, соответственно, и All Alone. То есть у него X-фактор на выход 1-1. Это немножко не так, как я планировал все себе. А у Руброка у него Close Quarters, Spinorama, 1T и Elite Edges, кстати, у него 4. 4 выбора. Но хуже оценки. А минус, Б и С. У этого А плюс, А минус, А минус, Б, А, Б. Я хочу Джо Игинлу взять. Все равно. Потому что мне нравится элитная скорость его и катание. Хотя у Рубрук тоже имеет элитную скорость и катание. Еще есть, имеет размер хороший. Но у этого хороший бросок. Это снайпер с хорошим броском. А какой, насколько хороший бросок у Райана Рубрюка? Большой вопрос. Он тоже готов выступать. Он тоже подходит под оверлоуд. Балансированный, экономит энергию, сайкл, возит шайбу и тоже не через сброс играет. Надо подумать. Вот этих людей я вообще не знаю. Ульбрихт, Милрой, кто это? Взять Гейджа Бенна, защитника. Но мне не нужен оборонительного плана защитник сейчас. Который сможет только через год сыграть. Опять же, он пинч сайкл, да? У меня даже есть мысль, может быть, мне сейчас вообще обменять этот драфт-пик на следующий год. Зачем Лос-Анджелесу Гэвин Маккена? Вот повезло же заразам, а. Гэвин Маккена под Лос-Анджелес. Хорошо. Мы переходим к следующему этапу. Надо посмотреть... тех, кто у нас уйдет на пенсию. От этого очень много будет зависеть формирование нашего следующего состава. Смотрим ушедших на пенсию. Кого мы провожаем? И здесь нету Фила Кессела.
судя по всему. Никлас Бэкстром уходит из большого хоккея с своими 1032 очками. Блейк Уиллер нас покинул. Джефф Картер тоже отправляется на заслуженный отдых. Зак Паризе, Ти Джей Оши, Марк Джиордано, Джош Бейли, Дерек Броссард, Майк Хассельхоффман, Крейг Смит, Джефф Питри, ну, известные имена. Ник Бонино, все-таки у нас есть кое-какие потери. Но Марк-Андре... мы не смотрели вратарей. Марк-Андре Флери тоже должен был закончить. Эрик Джонсон, Джастин Шульц, Джейсон Демерс, Иэн Коул, Райан Зингел, в 34 года ушел, Мэтт Мартин, Райли Нэш, ну дальше уже... Лео Комаров, известный наш финский гражданин, который тоже и в российском чемпионате хорошо поиграл. Ну дальше уже идут... Не такие известные имена, хотя тут есть и Крис Вайдман, и Тайлер Питлик. Кори Конахер, Оскар Линдберг. Человек со смешным сочетанием имени и фамилии Грег Маккек. Крис Терри. А кто из вратарей? Я уверен, что там Марк-Андре Флери есть, и там нету Марк-Андре Флери. Представляете себе, там Алекс Сталок, Майкл Хатчинсон и Джаред Каро. То есть вратарей мы трогать вообще не будем, видимо, в команде АХЛ. Маф остается играть дальше. Ну, хорошо, у нас Маф будет нашим голкипером и в низшей лиге тогда. Третьим вратарем, который, если что, мы можем его как раз поднять для того, чтобы там... В случае какой-нибудь травмы он нас подстраховал, например. Ну, я не рассчитывал на это. Я думал, что Фил уедет. Фил уедет, но Фил остался. Фил хочет играть. Ник Бонино. Хорошо. Кто из тренеров ушел? О, вот это интересно. Мы потеряли в нашем фарме двух тренеров. Радослав Вакоун и Ричард Хавлот. По-моему, это помощник главного и тренер вратарей ушли на пенсию. В Омск Пайротс у нас потерь нет. То есть нам надо будет еще двух вратарей. И Ник Бонино становится скаутом. Майк Хоффман, да, давайте запишем эти фамилии на всякий случай. Посмотрим, хорошими они будут скаутами или нет. Так, Майк Хоффман становится скаутом. Брэндон Смит. Странно, что никто не становится тренером. Джастин Шульц. И Ник Бонино. Посмотрим, какие у них оценки. Дальше. Дальше драфт-интервью. Я бы хотел, конечно, закончить симуляцию в данном случае. Ну, посмотрим на всякий случай еще джемов. Этот класс, на самом деле, игроков молодых не такой богатый на таланты. Тут много, вроде бы, как медиум элитных игроков, средних элитных. И даже есть некоторые из них, которые там потенциально могут быть очень хорошими игроками в поздних раундах, наверное. И, кстати, я хочу заметить, что мои скауты российские очень плохо сработали в этом году. Они мало что узнали, во всяком случае, по части потенциала. Так что вот именно российских скаутов не хотелось бы найти хороших. С хорошими оценками. А джемов очень немного в этом году. Помимо Гевина Маккены, таких всего человек 5. Это Виталий Воробьев, у которого рейтинг АХЛ топ-6 форвард. Я даже не знаю, стоит ли его брать или нет. Но опять же, мы не знаем точно, это АХЛ топ-6 форвард или нет. Потому что его потенциал нам неизвестен. Пьер Йозефсон, которого тоже не очень хорошо в Швеции изучили. Хотя нет, он в Финляндии играет. И вратарь Франклин Харкинс. Ну, вратарей у нас и так вроде бы достаточно много. High Starter написано. Вот единственный медиум элит Гевин Маккена. Много бастов. 6 человек. Что да, со скаутами надо работать. Не знаю, что я буду делать на драфте сейчас. Именно по части того, как мне стоит действовать. Кого мне стоит драфтовать. Да, тут есть те люди, которых нам предлагают обменять. Дилан Демело. Жерар, Чернок, Теравайден, Барабанов. То есть наша команда вроде как должна стать продавцом внезапно. Но нет. Барабанова я обменивать не хочу. Теравайдена тоже. Чернока тоже. Жерарда тоже. С Демело можно подумать. Потому что Демело уже 33, и он начинает спускаться вниз постепенно.
И стоит он 4,625 за два оставшихся года. Ну, то есть, даже не два, у него один год по контракту остается по факту, следующий. И потом он становится свободным агентом. То есть, может быть, сейчас как раз стоит его освободить из команды, и, соответственно, после этого нам надо получить свободное место в составе, ну, для как раз Кристиана Поли, если мы, конечно, сумеем найти тренера под него хорошего. Чего мы хотим? Форвардов, да, драфт-пики, да. Вот это я не буду менять, на самом деле. Кого еще? Знаете, я бы еще хотел на Алекса Фарментона поискать каких-нибудь покупателей. Хотя он, наверное, стоит будет не очень дорого. Где он там? Почему? Я на прошлом стриме говорил как раз, на одном из прошлых стримов, что мне не очень комфортно играть в ситуации, когда у нас есть умерший хоккеист. Напомню, что, к большому сожалению, не так давно скончался Джонни Гудро, трагически. Сбили его во время велопрогулки на автомобиле. Вот. Ну и то же самое я могу сказать про Алекса Фарментона, потому что тут чувак буквально на прошлой неделе, по-моему, в пятницу закончил в 24 года в своей карьере, уехал на стройку работать. Строителем. Вот. Поэтому, может быть, мне стоит оставить его и сделать вид, что он в нашей вселенной продолжает карьеру. Может быть, стоит... Тем более у него 6 лет по контракту, зачем я это буду делать? Ну, мы посмотрим, во всяком случае, может быть, что-то интересное предложат. Второй раунд, первый раунд, я не знаю. У него все-таки ценность какая-то есть на рынке игроков. Вот, может быть, мне стоит его оставить до конца карьеры в Чикалс, в Космос отправить, в команду АХЛ, чтобы он там тренировался вместе с нашими, тренировал наших молодых подрастающих дарований, давал им какой-то опыт, передавал. А может быть, просто стоит его обменять. Ну, просто вставим его сюда и все. Это предварительно пока. Вот просто чисто вот сюда мы его поставим и все. Драфт у нас будет интересный на самом деле. Если вы думаете, что мы будем выбирать только вот эти два выбора в первом-шестом раунде, вы ошибаетесь. У меня есть план. У меня есть план и у меня есть желание. У меня есть желание еще один эксперимент провести. Сейчас мы войдем в этот самый драфт и я вам объясню, что я хочу. Давайте начнем драфт. Войдем в эту мини-игру. На часах Лос-Анджелес Кингс, и мы уверены, что они выберут Гэвина Маккену, но кто из команд конкурентов, может быть, продает свой драфт-пик? Никто. И это плохо, на самом деле, но, может быть, мы сможем с кем-нибудь поменяться местами? Баффало. Может быть, мы можем с Баффало поменяться местами? Или с Далласом, или с... Да, мне интересно поменяться либо с Далласом, либо с... Соответственно... Баффало. Первым делом я хочу посмотреть, а есть ли какой-нибудь ажиотаж вокруг моего первого раунда. Кто-нибудь хочет выбор под седьмым общим номером? Давайте попробуем найти какой-нибудь обмен. На всякий случай. Мне просто интересно. Хочет ли мне кто-нибудь что-нибудь предложить? Есть один такой договор. Такое одно предложение. Это Трой Терри. Мне предлагают Анахайм, Трой Терри и третий раунд. Почему именно третий раунд и именно Трой Терри? Давайте взглянем, что из себя представляет Трой Терри на данный момент. Он имеет 5-летний контракт на 7 миллионов долларов, ему 28 лет, и у него 5 X-факторов. Он игрок второй тройки нападения Exact Elite. Да, но я бы все-таки предпочел какого-то молодого игрока взять. Тем более, что он у нас... При данном тренере не подходит никуда, кроме как по третью тройку нападения. Я не очень хочу ставить такого игрока. Мне кажется, мы достойны большего. А может быть, как-то по-другому можем посмотреть эти самые выборы? Кто-нибудь может еще хочет что-нибудь предложить? Нет, никто ничего не хочет предложить. Тогда давайте посмотрим конкурентов. Что хотят конкуренты? С точки зрения выборов на драфте. Что хочет Баффало? На Нэшвилл мы не рассчитываем особо. Но что хочет Баффало за свой четвертый номер? Он стоит довольно дорого. No trades found. Ничего они не хотят. Ничего они не хотят. Можно попробовать обменять выбор на выбор прямиком. Не знаю. Так, кто там дальше? Даллас. Даллас, пятый номер. Они хотят Боквиста, Балла и Такера. Это первое предложение. Кевин, Балл, Такер. Многовато они просят на самом деле. Но это не седьмой выбор на драфте. Шаров, Балл, Такер. Харли и Фарментон.
При всем при том, что Харрис со своим 7-летним контрактом у меня вообще никуда не влезает пока что. Но мы можем поменять тренера, он сразу может стать полезен нам. Грик и Альфредсон. Это сразу нет. Поль, Бал и Хаскинс. Хаскинса я бы подумал. Бала, наверное, нет. Первый выбор на драфте у нас делает Лос-Анджелес Кингс, и они совершенно логично берут Гевина Маккену. Если мы посмотрим на Гевина Маккену, левый фланговый и центр, у него действительно 5 X-факторов, 3 из них пасовых, 79 рейтинг у него. Ну, мне кажется, он в юниорах бы поиграл на часах Сан-Хосе Шаркса. Мы продолжаем искать. Даллас, наверное, выглядит перспективно, но опять же, я опасаюсь, что могут увести. Давайте попробуем с Далласом. Даллас, во всяком случае, хочет вести переговоры по этому выбору на драфте. Мы можем выменить у них драфт-пик и потом выбрать под 7-м номером. Но давайте так попробуем. Я готов отдать им Хаскинса, на самом деле. Поле и Балла я не готов им отдавать. Но я готов им отдать первый свой выбор на драфте под 7-м номером. Давайте искать варианты. И Демело. Может быть. Хотя он, наверное, им и не нужен. Хаскинс. Что я хочу добавить? Так, выбор на драфте. Давайте быстрее. У нас тут время тикает. Они не хотят свой наш первый раунд, но... стоимость хорошая. Хаскинс и... первый драфт-пик. Согласится ли Даллас на это предложение? Нет. Надо, значит, кого-то добавить. Что вы еще хотите? Мы можем дать выбор на драфте... нет, мы выбор на драфте в 7-м раунде, это как-то очень стрёмно смотрится. Кого из игроков вы хотите получить? Из тех, кого мы могли бы отдать. Хотите ли вы Демело? Нет, не хотят, но они хотят Фарментона. Фарментона. Давайте предложим им Фарментона, Хаскинса, первый раунд и седьмой номер наш на их первый. Хаскинс, Фарментон, 7-й драфт-пик в первом раунде этого года и их 5-й общий номер. Есть! Сделка одобрена. Сделка одобрена, и мы подняли себя выше. Они получили своего крайнего форварда. Мы получили свой выбор на драфте. И, в общем, не за самую дорогую цену. Мы могли все-таки отдать гораздо больше, на самом деле, да? Отдать гораздо больше. У нас 2 вторых раунда в следующем году есть. Это все замечательно. Мы дождемся сейчас выбора Сан-Хосе и продолжим. Итак, Сан-Хосе под вторым общим номером драфта выбирает центрального нападающего снайпера Пера Йохансона. Не знаю, насколько это хороший выбор на драфте. Потенциал средний элитный. Рейтинг 75, но он точно не будет играть в команде НХЛ. Вот видим мы его рейтинги бросков 87 и 88 точность щелчка и кистевого броска, соответственно мощь 88-87. На четверочку. Остальное у него со звездами не очень хорошо. Гевин Маккена, как мы видим, он великолепный плеймейкер на 5 звезд уже сейчас, но точность броска его пока подводит. Тем не менее у него хорошая дисциплина и осведомленность игры в атаке, защиты ему не хватает, неплохое катание и не хватает физики. Хорошо. Что еще я хочу? Я пока еще даже не начал воплощать в жизнь свой план. Но прежде чем я отправлюсь дальше, у нас Сэмюэль Джерард теперь самый, наверное, знаковый игрок в этой команде. Сколько может стоить у нас Дилан Демело? Что за него хотят получить? 9 предложений. Бостон Брюинс, второй раунд следующего года, третий раунд этого года. И Харрисон. Это интересный вариант, потому что второй раунд мне был бы нужен, на самом деле. А, голкипер, Достал и третий раунд. Каролина. Вот это да. 32-й общий номер, первый раунд этого года. Это интересно, господа. Это очень интересно. Васинин и Титлбах. Два вторых раунда от Флориды. Факса от Монреаля. Второй, третий раунд от Нью-Джерси и Литальен.
Опять же, от Нью-Джерси Хеминг и Миннесота Уайлд. От третий раунд и третий раунд Вилен. Тут есть два хороших варианта. Кто такой Пирнес, во-первых? Есть о чем подумать. М. Пирнес. Ботом 6 медиум. Центр 54 рейтингом. Такой себе товарищ. Но первый раунд мы можем выудить первый раунд за Демело. Правда, мы отдаем его в команду конкурента. Плохо, что я не могу вернуться на предыдущий экран. Давайте дождемся Нэшвилла. Очень не хватает вот такой возможности, как вы просто вернуться на предыдущий экран. То есть я выхожу из этого меню и попадаю на экран, где у меня были предложения. К сожалению, это не работает не так. Мы ждем Нэшвилл. Нэшвилл третий на драфтовой доске. Нэшвилл выбирает. И выбирает казино. Собственно, казино у нас, видимо, отвалился на третий номер драфта. На третьей на доске они показались. Короче говоря, казино. Человек из Бельгии. Экзотический защитник. Видимо, оборонительный. Потенциал средний элитный, рейтинг 75, да, оборонительный защитник, у которого пока что, да, наверное, он к НХЛ еще не готов. Хорошие у него размеры, именно физические вот данные, такие, рост, вес, но в остальном ему нужно еще, конечно, расти и расти. Элитный медиум, да, но не здорово. Мы давайте попробуем найти Дилан Демело обмен, потому что я так чувствую, что мы можем получить несколько интересных вещей сейчас за него. Не то, чтобы я сейчас пытаюсь разбазаривать свой состав, но кое-что поиметь с этого драфта мы, наверное, можем. Дилан Демело. Еще раз, да, 11 предложений уже стало. Второй, третий Брюинс Харрисон достал. Так, так, так. Первый и Пирнес. Пирнес беспонтовый, но первый раунд. Пусть и 32 номер. Вайсинин Титлбах. Два вторых от Флориды мне нравятся. Два вторых от Флориды мне нравятся. Факс. Бувилье. Как замена Фарментону. Но драфт в четвертом. Джон Таварес. И пятый раунд. Таварес я бы его взял, но он уже совсем стареющий. И вряд ли он мне подойдет. Мне нужен еще один пенсионер. Нью-Джерси Дэвилс свой второй отдает. Третий от Миннесоты или Итальена. Хеминг третий раунд. Вилен третий раунд. Я хочу взять первый и Пирнеса. Я принимаю это предложение и обмениваю на 32-й общий номер. Что еще? Харли? Я хочу просто посмотреть, что может Харли стоить на рынке игроков. Я пока не собираюсь его обменивать. Двух человек, которые у нас находились в обменном вот этом вот блоке, мы обменяли. Просто Харли топ-4 хай. Он может прыгнуть на элитный. Если мы дадим ему просто возможность нормально поиграть. Опять же, Бостон... Бостон предлагает первый и третий раунд. И Тайбеля. 15-й номер драфта. Андерсон, 2 третьих. Флорида, 1-й, 2-й, Семенов. Новак. Нью-Джерси, 1-й, 2-й. Два вторых раунда. Первый и два проспекта. Два вторых. Два вторых. Один следующего года, один этого. Два вторых от Юты. Этого и следующего. Fuck you, Buffalo Sabres. Buffalo берет Джой Гинну. Они утащили, они украли у меня этого нападающего. Обратите внимание, ну да, у него точность броска пока очень маленькая, но очень большая мощь броска. 95. Все пошло по одному месту. Блин, как обидно. 5 X-факторов у него. 5 у него X-факторов, а не 3. Close quarters, 1T, all alone, shock and all и off the rush. То есть ближний бой, щелчок в касание, щелчок... При быстрой атаке выход 1 на 1 и с финта бросок. Нет, не хочу я выйти из драфта. Давайте сделаем так. Возьмем тайм-аут.
Возьмем еще один тайм-аут. И возьмем еще один тайм-аут. У нас есть 20 минут на все про все. 16 минут на все про все. Может быть, я потом еще один тайм-аут возьму. Жутко обидно. Жутко обидно. Но давайте попробуем посмотреть, а что может хотеть Баффало за этого игрока, если я вдруг хочу, например, сразу его у них выменить. Они у меня его украли. Мой план не сработал. Он у них пятый по стоимости в команде. Хотят ли они его обменять? No trade found. А если его выбрать? Отдадут они мне его за пятый номер, интересно. Давайте возьмите его и выберите кого-нибудь другого. Им наш пятый номер не нужен. В принципе, совпадают, но я думаю, что не откажутся. Обменять нам Игину на вот этого человека. Можно попробовать? Попробуем? Попробуем обменять? Нет, не будем пробовать. У нас 20 минут есть. Мы можем попробовать это в конце. Хотя я хотел бы сейчас посмотреть на драфт класс. Посмотреть, что мы знаем про... Мы точно не будем брать Бумидьена, он беспонтовый. Рубрук скатился на шестое место. Он очень результативный в своем очень слабом, в очень слабой своей лиге. Броски, да, ему не хватает защиты. Но он готов к НХЛ. У Анти Close Quarters тоже есть. Elite Edges, он хорош, должен быть на скорость. Я не посмотрел Джой Гинла, какая скорость у него беговая сейчас. 87, это очень неплохо, наверное, он спрогрессирует дальше. Fine trade, да, давайте думать, что мы хотим сделать еще по части наших игроков. Понятное дело, что супер много обменивать я не хочу. Харли дает очень много нам возможностей всяких разных. В том смысле, что за него предлагают первый раунд, но мы пока не хотим его отдавать. Если я его буду обменивать, то, наверное, на драфт следующего года. С Далласом все тоже понятно. Кто-нибудь хочет взять... Кто-нибудь хочет взять наш драфт-пик в первом раунде по 32 номерам? На всякий случай посмотрим. Нам предлагают Оливера Экмана, Ларсона и третий раунд. Второй, третий от Калгари. Патрика Кейна и третий раунд от Детройта. Факса пятый. Таварес четвертый. Бувилье четвертый. Эдмундсон третий. Второй, третий Шишканов от Сент-Луиса. Второй, третий и Блейз от Вашингтона. Нет, меня это не устраивает. Я бы, конечно, тоже хотел повысить себя в классе, но там, мне кажется, на драфтовой доске нет игроков, которые бы меня могли заинтересовать. А в чем мой план состоял на самом деле? Вы знаете, друзья, в позапрошлом драфте, как раз, по-моему, после окончания первого сезона, я, смотря на... Те сделки, которые на драфте проходили, внезапно обнаружил, что Detroit Red Wings сумел каким-то образом выменить какую-то огромную кучу выборов на драфте. Гигантскую просто. Гигантскую кучу выборов на драфте во втором раунде. Я подумал, а почему бы мне не попробовать сделать то же самое? Драфтового капитала у меня не так много, в том смысле, что у меня не так много выборов на драфте. В этот год, в следующий. И низкие выборы я не очень хотел бы менять сейчас. Во всяком случае, пока. Но, товарищи, у нас есть куча игроков из низших лиг, у которых истекают контракты. И эти игроки из низших лиг, они, скорее всего, в этой команде не останутся. Я вряд ли буду подписывать с ними трудовые договоры. Но, несмотря на то, что они уходят из команды, почему бы мне их не отчислять? Почему бы мне их не попробовать обменять? Может быть, я смогу что-нибудь найти. Я повторю, это маленький эксперимент на самом деле. Маленький небольшой экспериментик, который я хочу сейчас попробовать. Я хочу посмотреть, как работает эта система и можно ли ее, не знаю, обмануть каким-то образом или нельзя. Безумно любопытно. Безумно любопытно на самом деле. Поэтому давайте посмотрим, попробуем присоединить каких-нибудь игроков к каким-нибудь обменам. И, может быть, мы сможем увеличить наш драфтовый капитал, там, третий, пятый, четвертый раунд. А потом можно будет уже с этим работать. Давайте пробовать. Я прям вот с таким вот желанием и вышел изначально.
по наобмене у всяких разных хоккеистов. Еще бы я, конечно, нажимал на верные кнопки, я все время их путаю, до сих пор пока что. Поэтому мы откатываемся в самый низ. Естественно, самых вот этих вот игроков наших я обменивать не буду. Молодых, до ранних, перспективных. Мы начнем с Батлера. Батлер мне не очень нравится. Есть ли какой-нибудь обмен на него? Обменов не найдено. Хорошо, мы сейчас поищем. Может быть, мы в каких-нибудь других сделках попробуем их обменять. Так, Коди Икин. Предложений нет. Мэхью, 33-летний. Предложений нет. Кто-то наверняка должен заинтересовать. Злодеева мы не трогаем. Никола Делорье. Тавгай никто не хочет. Йозефсен. Нейтан Балью. No trades found. Саморукова мы не трогаем. Рот Саланина не трогаем. Райли Шиен. Не нужен неужели никому ветеран? Не нужен? Ветеран не нужен. Я, кстати, можно было по-другому нажимать. Там есть же еще кнопочка Y. Она иногда дает совершенно другие результаты. Но я так думаю, что никому не интересно. Может быть, можно прямым каким-то обменом их понавыменивать тех. Ну, Батлер-то ему 24 года, почему нет? No trades found, хорошо. Никому так просто не интересно. Может быть, Нолан Патрик? Я бы Нолана Патрика обменял. No trades found. Хорошо, чат Руидл. На чата Руидла есть обмен. Алекс Лайон, вратарь. Стартер экзакт. Так, давайте подумаем. На чат Руидла есть обмен. Алекс Лайон. Алекса Лайона можно тоже кому-нибудь загнать, если кому-то нужен вратарь. Что из себя представляет Алекс Лайон на сегодняшний день? 83 бэкап голи. Окей, это вариант. Это вариант, я согласен. Так, хорошо. Одного слили чувака. Ищем дальше. Александр Русаков, как генеральный менеджер, отмечается большой торговой активностью на протяжении практически всех последних лет. И он хочет придумать что-то еще. Так, есть ли предложение по Филиппу Кралу? На всякий случай посмотрим. Бостон предлагает 7-й раунд. Тут 38 предложений, на самом деле. Какой из них лучший? 7-й? Ну, какую-то шляпу предлагаю, честно говоря. 7-й. Кори Стилман. Какие-то проспекты. Гудбок. Гудбок. Назаров. Но я не вижу никого с хорошим потенциалом. То есть... можно, в принципе, даже не дергаться по части обменов, потому что ничего хорошего мне не предложат. Жилкина предлагает Виннипег. Спасибо. Я узнал, что я хотел. Загорно. Нужен ли кому-нибудь 30-летний форвард такого масштаба? Так, ищем обмен. Нужен Олафсон. И Гризлик. Защитник Гризлик. Это интересно. Это интересно. Гризлик. Топ-6 дефендер, топ-4. Так, хорошо. Ему 32. У него хорошая дисциплина. И он хорошо играет в защите. Он атакующий защитник. На Загорну. Это, конечно, не выбор на драфте. Но потом этих парней можно будет всех обменять на какой-нибудь выбор на драфте повыше. Пока у нас время есть. Я никуда не тороплюсь на этом драфте пока что. Да и дальше, в принципе, там потом люди будут выбирать. Так, Гризлик, Гризлик. Хорошо. Так, Рутсалайнин. На Шиена мы, по-моему, не нашли, да, покупателя. Отлично. Костелич, Такера мы не трогаем. Поле не трогаем. Эллисон, Бал, Протос, Реддиш. Штурм. Штурм хотел уйти. Есть ли на него обмены? Олафсон. Не пойдет. Кто-нибудь хочет Кесла? Никто не хочет Кесла. Отлично. Кто-нибудь хочет Гризлика? Никто не хочет Гризлика. Сиэтл хотел от него, видимо, избавиться очень быстро. Чернок, Альфред Саншаров, Таравайнин, Харли. Так, ну, этих чуваков просто обменять не удалось. Но что у нас по вратарям? Кто-нибудь хочет Спенсера Найта? Два вторых раунда Нью-Джерси.
Литальен. Кеминг, второй Филман. Во вторых раунда это интересно, но пока, наверное, нет. Дастин Вулф. Опять же, два вторых раунда Литальен, опять же, в тот же самый Нью-Джерси. Нью-Джерси нужен голкипер, и Вашингтону нужен голкипер. Он дает второй и третий, но мы пока тоже их не будем менять, пока рано. Марк-Андре Флери. Никто не хочет его. Но мы обменяем абсолютно точно Лайона, потому что зачем он нам нужен? Если мы присоединим Лайона и Гризлика вдвоем. Не получается. Никто не хочет. Хорошо. Отсоединим их. Так, Романов. Никто не хочет Романова. Пикард. Так, а есть какой-нибудь интерес к Дейглу? Не к Дейглу. Да или... Надо запомнить, как его читать. Далье. Гейбриэль Далье. Третий раунд Экман Ларсон. Ну, ребят, ваши предложения несерьезные. Второй, четвертый. Это будущая звезда. Вы такие фиговые предложения даете. Но я его не собирался менять в любом случае. Конан. Варвар. Неподписанный. Третий, пятый. Хорошо, неинтересно. Может быть, Тамерин кого-нибудь интересует? Тамерин интересует Детройт. Они отдают за него Бена Шаро. И Жан-Габриэль Пажо дает Нэшвилл. Что из себя представляет Бен Шаро на сегодняшний день? Защитник. 35 лет, 78. Нет, неинтересно. 5 минут у нас остается на все про все. Ага. Первый раунд. Первый 32-й. Кто нас может, в принципе, интересовать? Помимо Рубрука, которого мы сейчас попробуем выменить. Или наоборот, задрафтовать. Главное, чтобы мы не опоздали с нашим выбором. Здесь в первом раунде, в общем, брать-то особо некого. Непонятный Жерард, Сасаки, Саски или Скарлетт, которые тоже недостаточно хорошо изучены. Сивонин, который баст. У нас следующий джем это Роберт... О, у нас Роберт Сундин джем. А его не было раньше, мне кажется. Пер Йозефсон. Силовой форвард, который топ-6 форвард, непонятно. И Харкинс. Можно второй выбор в первом раунде использовать именно на кого-то из них. На Воробьева, Йозефсона или Харкинса. А так, в общем, особо выбирать-то некого. Руброк. Меня смущает только его игра в защите. Остальное вроде как здорово все у него. Кэри Сайкл, Фишен, Бэнс, Оверлоуд. Элит Эджитс, да, у него хорошая ловкость. Способность к обыгрышу, наверное, тоже. Райан Руброк. Так, а какой мы можем... Есть кто, кто хочет обменять свой драфт-пик в первом раунде еще? Питтсбург. Никто не хочет. Бостон хочет 15 номер свой обменять. И Айлендерс хотят свой 17-й обменять, Виннипег, там дальше Ванкувер. Подняться повыше. Но опять же, я бы мог подняться повыше, если бы там повыше можно было кого-нибудь взять. Но повыше мы взять никого не можем здесь. Масса не изученных игроков, которые непонятно вообще, стоит их брать или нет. Давайте... Все-таки попробуем выменить Игинву у Баффало. Прямым обменом. Прямым обменом. Наш первый раунд. Пятый номер. От Далласа. Баффало. За того самого Игинву. Джо Игинва. Лига одобряет. Есть обмен? Нет обмена. Предлагаем. Трейдеры Джекет? Нет, они не хотят менять.
А добавлять им ничего я тоже не хочу. Хотя можно добавить им седьмой раунд, например. Давайте добавим им, да, ради прикола, седьмой раунд следующего года. Возьмут они такое предложение? Нет, не возьмут. Короче, понятно, Джой Гилла нам недоступен. Можно поискать по командам, посмотреть, кто кого хочет купить, например. Из наших игроков, которые в системе, пока у нас есть 2 минуты. Кто может интересовать Анахайм? Грумит Моррис. Нет, неинтересно. Из тех, кто у нас в низах играет, видимо, Эллисон. Но Эллисон нам сам может пригодиться. Штурм, опять же. Хорошо. О, может интересовать Бостон из пармовцев. А, хорошо, смотрим. Есть кто-нибудь зелененький? Такер и Крал, Пол, Баль, Штурм, Гризлик. Их интересует Гризлик. Вернуть Гризлика в Бостон? Так, хорошо. А в голкипер их интересует? Алекс Лайон. В общем, не особо. Что вы хотите мне за него дать? Очень низкая стоимость у этих всех чуваков, на самом деле. Я хороший драфт-пик за них не получу. Ну, ясен пень. Конечно, Бостон не согласится на такой обмен. Было бы глупо ожидать. Гризлик имеет небольшую стоимость на рынке. Так, ну мы сейчас подумаем, на самом деле, что можно выменить за этих людей. Но пока мы сделаем свой первый выбор на драфте. К сожалению, это не тот выбор, на который я рассчитывал изначально. Но что делать? Надо выбрать хоть кого-нибудь в данном случае. Поэтому под пятым общим номером на драфте 2026 Омск Пайрес выбирают Райана Руброка из ОХЛ. Ниагара Айс Докс. Добро пожаловать в нашу команду. Андрюха, привет. И Райан Рубрук, это снайпер 76 рейтингом. Левый фланговый. Как дела, Андрюха? Спасибо, что пришел. Присоединяйся к этому эфиру. Райан Рубрук. Но у него скорость выше. Мы сразу видим, что у него выше скорость и ловкость. 90-91. Не хватает баланса и стойкости. Бросок, точность у него тоже достаточно маленькая, но очень высокая мощь броска. Физики не хватает. Он снайпер. Ну, понятное дело, что его 3x-фактор, 5x-факторов. У него 5x-факторов. Хорошо, Elite Edges на ловкость. Уилс на катание. То есть он прям еще более быстро будет бегать, чем даже можно было предположить. Спинорама, Close Quarters и One T. То есть в ближней дистанции и One-таймерами будет бросать, щелкать. Я так думаю, что мы можем, могли бы поставить его в ВХЛ к, допустим, Классену, но, скорее всего, парочку сезонов он проведет в юниорах. Потому что я должен либо в состав НХЛ его поставить по правилам, либо он будет играть в юниорах до 20 лет. В ВХЛ я его отправить не могу по действующему законодательству, так сказать. И следующий раунд у нас шестой. Так, ну мы продолжаем искать какие-нибудь обмены. Появилось ли что-нибудь у нас по тем игрокам, которых мы выменили только что? Я хочу трансформировать Гризлика в драфт-пик. Я хочу трансформировать Гризлика в драфт-пик. Гризлик. Обмены не найдены. А если я присоединю к нему... Кого? Ой, я хочу к нему присоединить. Нико Штурма. No found. А вратаря Лайона. No trades. Стоит сбросить. 48 секунд остается. План пока не срабатывает, и этот тоже особо. На самом деле. Возможно, мне придется самостоятельно пытаться кого-то куда-то выменить.
обменять. Неужели на Алекса Лайна нет никаких претендентов? Это прям странно. Он настолько мало весит. 33 года, никому не нужен хороший кипер. Хотя бы запасной. Так, смотрим, что Калгари выбирает. И под шестым общим номером Калгари, наверное, сейчас выберет Бумедьена, потому что он один остался на драфтовой доске из тех, кто посильнее. Нет, они берут Ульбрихта. То есть Бумедьен настолько плох, что его вообще все пропускают. Снайпер рейтинг 65, топ-6 форвард. Средний потенциал у него. Ахим Ульбрихт из Германии. Снайпер. X-факторов нет, 18 лет. Ну, будем надеяться, что повезет Калгари и им удастся этого человека вырастить. Find trade. Ради интереса посмотрим, что хотят за Рёбрика. Где он, кстати? Рубрёк. Трой Терри, третий раунд. Маккензи Уигер и третий раунд. Алекс Питеранджело, два вторых. Вот такая вот стоимость у нашего хоккеиста. Только что задрафтованного. Неужели Баффало до сих пор не хочет Джои Гинлу обменять? Даже теперь. No trades found. Да, ну думаю, что мне не стоит больше пытаться. Написано, что мы продавцы с какой-то стати. Что делает Детройт? Детройт Ред Уинкс. Под седьмым номером как раз убирает Иву Бумедьена. Это форвард универсал рейтингом 65. Топ-6 хай. У него потенциал. Форвард в первых двух звеньях высокий. Может прыгнуть в элитный, конечно, но пока что, конечно, его развитие вызывает много вопросов. И будущее, и нынешнее уже. Питтсбург. Мне интересно, кому выберет Питтсбург. Есть кто-то, кому может быть нужен Гризлик и Лайон. А Баффало, наверное, не сможет никого купить. Потенциальный покупатель это Каролина. Чикаго покупатель. Нужен им голкипер сейчас? В довесок к Свойману, наверное, нет. Колорадо покупатель. Давайте им сольем Гризлика и Лайна. У них-то с вратарями вообще беда. Так, защитники. А Польжарат. Них не хотят. Не хотят Гризлика. Нет, они хотят Гризлика. Они хотят Гризлика. Они хотят Гризлика. Лайн они не хотят. Мы можем им дать драфт-пик какой-нибудь. В седьмом раунде следующего года. Что они хотят обменять? Могут ли они обменять мне второй раунд, например? Этого года. Нет, второй раунд это слишком жирно. Но может быть они могут обменять мне второй раунд следующего года? Или давайте так, четвертый этого года и третий следующего. Нет, слишком жирно. Тогда четвертый раунд этого года. Тоже слишком жирно. Они не хотят драфт-пики отдавать. Хотя вроде бы я не так мало и отдаю им. Третий раунд? Вам нужен Гризлик. Rejected. Угу. Что еще я могу вам дать? За второй раунд в этом году. Давайте вам что-нибудь еще докинем. Чего хотите? У нас есть 32 секунды. Пятый раунд. Есть! Пятый и седьмой. Отлично. У нас появился еще один выбор на драфте.
И мы двух левых игроков сплавили у себя только что. Питтсбург. Что убирает Питтсбург под восьмым номером? И под восьмым общим номером Питтсбург Пингвинс на драфте 2026 выбирают защитника Данте Милроя. 64 рейтинг, потенциал топ-4. Дефендер, да. Топ-4. Первая или вторая пара защитников, средний. Ну, то есть, такой себе выбор на драфте не сделали, на самом деле, под восьмым номером. Но я повторюсь, в этом году очень слабый драфтовый класс. Последние 20 секунд. Давайте подождем. Можно поддельно по командам поискать. Посмотреть, где, как, у кого что зеленое стоит. Пуненовс. Медиум лид, кстати. Универсальный форвард из России. Виталий Пуненовс. Интересная фамилия для русского человека. Рейтинг 61, но все-таки это потенциал элитный средний. Можем ли мы прыгнуть? Да, опять же, я говорю, непонятно, стоит ли мне прыгать куда-то или нет. Так, а во втором раунде у меня под каким номером будет выбор? Давайте напомним себе. Под 30-м. То есть это 63-й номер. Филадельфия берет Кумиски. Рейтинг 73. Защитник, универсал. Топ-4 средний. Хорошо. Тогда давайте пойдем по джемам. Что я хочу из джемов взять? Сунин, Воробьев, Йозефсон, Харкинс. Опять же, Харкинс вратарь. Хай-стартер. Хотя мы и не узнаем точно наверняка, хай ли он стартер или нет. Это все прям так рискованно. Тут брать-то реально некого. Медиум-элитный остался только Гейдж Бен. Но он под девятым номером должен был пойти. Но его до сих пор никто не выбрал почему-то. А, у него очень много слабостей. Характер плохой. Плохо бросает и с командой он плохо играет. Но он мобильный, есть сила и мощь. Может закрывать все на свете. Он защитник, который играет с обеих сторон. Медиум элит. И тоже оборонительный. Его никто не берет. Иван Гончар. Плеймейкер еще один. Буцаев, Коробов. Скрёдер. Воспользоваться возможностью взять джемы. Роберт Сундин у нас кто? Центр очередной. Хотя, с другой стороны, эти центры могут прыгнуть. Воробьев. Но Сундина предлагает нам скаут наш. Виталий Воробьев. У нас не хватает российских форвардов. Более силовых. Пер Йозефсон. Вот Франклин Харкинс, наверное, интересный человек, потому что у него есть лидерство и рабочая этика. А больше брать-то некого. Знаете, что я думаю? Сейчас мы посмотрим, что выберет Сиэтл. Я, наверное, приму решение свое. Может быть, стоит попробовать обменять на драфты следующего года? На выборы на драфте следующего года. Потому что на этом драфте я не вижу никого, кого можно взять. Или стоит попробовать взять джемы? Бен наберет. Сиэтл. Того самого Гейджа Бена. Ну, наверное, Сиэтлу он пригодится. Так, давайте подумаем. Давайте все-таки попробуем выбрать 32 номер. Чем черт не шутит, может быть, нам достанется какой-нибудь очередной мега-подарок, как Лиам Альфредсон.
Ну, что мы теряем, в конце концов, да? Давайте симулируем до 32 номера. Мы практически вернули себе драфт-пик, который мы отдали Питтсбургу. В момент, когда мы выменивали Кросби. Ричи топ-6 медиум, топ-6, топ-6, топ-9, топ-9. Очень слабый класс, очень слабый класс игроков. Ну, вот видите, Питтсбург взял атакующего защитника Шая, или Шея. Топ-6 дефендер медиум. Топ-4. Ни одного медиум элита нету. Ни одного. Поэтому мы, недолго думая, попробуем, конечно, взять, наверное... Я не знаю, кого. Воробьев, Сундин. Йозефсон. Топ-6 форвард. Опять же. Опять же очередной швед. Очередной швед. Давайте, не знаю, давайте выберем Воробьева. Или Сундина давайте его возьмем. Опять же, швед. Центр форвард. Он умеет хорошо забивать голы, говорят. Давайте попробуем его взять. Короче говоря, под 32-м общим номером Омск Пайратс на драфте 2026 берут Роберта Сундина из Ваксьо Лейкерс. Шведская лига. Топ-6 форвард лоу. Но он джем. Рейтинг 62. Снайпер. Ну, поиграет еще 2 годика в Швеции. Мы посмотрим, что будет дальше с ним. Подниматься выше. Стоит ли мне попробовать подняться выше? Во второй раунд. Со своей позиции. Со своего 63-го номера. Просто наш российский хоккеист может оттуда уйти. Может быть, пораньше кого-нибудь. Так, кто тут может продать свой драфт-пик во втором раунде? А Нью-Джерси? Миннесота? Оттава? Даллас? Давайте попробуем с Оттавой поменяться. На их второй раунд. Свой второй раунд. Кто знает? Так, их второй раунд. У них их вторых раундов целых 3 штуки. От Чикаго, от Филадельфии и от себя. Мы возьмем их 55-й номер. Дадим свой 63-й, они его хотят. Прямиком они его не будут обменивать, надо кого-нибудь докинуть. Вот тут мы сейчас докинем им всяких этих левых чуваков. Давайте докинем ему им... Патрика. И Балью. А, у них контрактов много. Понятно. Не пойдет. Не пойдет, у них много контрактов. Тогда надо взять кого-нибудь очень низкорейтингового. Радку Гудеса, например. Они его хотят отдать. За 4 миллиона. И добавим тогда кого-нибудь своего. Пройдет такой обмен? Наверное, вряд ли. Не, не канает. Анахайм не канает. Не подходит нам Анахайм. Сент-Луис. Кто там рядом есть? Бостон, Даллас. Может быть, с Далласом попробовать? Эдмонтон. Последним выбором на драфте в первом раунде выбирает Хакрайнена. Но это тоже не самый классный выбор, на самом деле. Может быть, посмотреть через поиск обменов? Может быть, у них предпочтения какие-то есть? Потому что команды иногда, бывает, не берут какие-то трейды. Но потом... Через поиск могут дать тебе то, что тебе выгодно. Они не хотят отдавать, конечно, свой второй раунд. Предлагает второй раунд Колорадо и шестой.
Да! Второй и шестой. Ну, знаете, шестой я с радостью отдам. А чё бы нет? Хорошо. Хорошо. Давайте просимулируем до следующего выбора на драфте. Если так, меня это устраивает. И смотрим, что кто там взял. Так, так, смотрим, смотрим. Топ-6. Теперь Йозефсон топ-6 медиум. Ушел в Детройт. Средний топ-6. Ребешков, Рак, Престон, Воробьев. Коробов, Пейдж, Бедуэн, Дилман, Райан, Буцаев, Задоров, Лин. Никого из элитных нету здесь. Жарков. Печаль, этот драфт складывается не так, как я планировал, конечно. Всех джемов разобрали. Пост. А нет, Виталий Воробьев остался. Значит, это был не тот Воробьев. Ну ладно. Тогда под общим 55 номером Омск Пайретс на драфте 2026 выбирают Виталия Воробьева из континентальной хоккейной лиги. Добро пожаловать в нашу команду, Виталий. Силовой форвард топ-6 лоу. Ну, неудачный выбор, конечно. Больше, видимо, никого я обменять не могу. Особо я никого менять особо и не собирался. Больше. Поэтому, несмотря на то, что я почему-то здесь прописан как продавец, я таковым себя не считаю, мы, видимо, этот драфт заканчиваем. И больше меняться ни с кем не будем, потому что план мой не сработал. По продаже. И на самом деле это хорошо. Я рад, значит, все-таки продумано достаточно неплохо эта система с трейдами. Я бы, наверное, может быть, даже и расстроился, если бы мне удалось обменять всех моих игроков из низших лиг, на кого попало, и на какие-нибудь драфт-пики там в 7-8 раунде, и потом все это можно было как-то постепенно трансформировать во второй-третий. Ну нет, так нет. Поэтому мы закрываем этот драфт. Мы на этом драфте получили трех игроков. Рубрюк, Сундин и Воробьев. Рубрюк потенциально интересный. Сундин и Воробьев, пока мы ничего думать о них не будем. В конце концов, я про Лема Альфредсона тоже не думал, что из него что-то получится. А он в итоге прыгнул за 2 года в команду НХЛ. В буквальном смысле. Хорошо. Мы переходим в очень важный момент межсезонья. Период переподписания. Фаза переподписания контрактов. У нас есть тренеры, у которых истекают контракты. Наверное, все-таки Экварда мы переподпишем сейчас. У нас ушли на пенсию помощник главного тренера ВХЛ и тренер вратарей. Поэтому Экварду мы сейчас предложим 4-летний контракт на 1 200 000. Если будет возможность кого-то поставить лучше, мы просто его переместим куда-нибудь. И Шварц, это тренер вратарей. Мы его подписывали на 1 год. Ну, я не знаю, на самом деле, стоит его переподписывать или нет. Этого тренера вратарей. Может быть, есть тренер вратарей получше. Поэтому его мы просто отпустим. Так, а что у нас со скаутами? У нас истекают контракты у Мика Ляйюнена из лиги, Винсент Убердо и Джейкоб Задоров. Окей. Давайте посмотрим на них. Кто из этих парней истекает в плане контракта? Так, Ляйюнен, 48 лет, B-. Задоров, C. Так, лигу мы пока переподпишем. А вот этих двух мы отправим в освояси. Убердо. До свидания. Задоров. До свидания. Мне нужен в WHL и в Россию. Пока с российскими скаутами мне жестко не везет.
Так, ну и все пока. Так. Это фаза переподписания. Все понятно. Адам Боквист, ограничен свободный агент. Окей. Давайте глянем на контракты. Это очень важная вещь. А, да, можно стоять и посмотреть еще на прогресс, потому что сейчас могли прыгнуть рейтинги. Как раз именно тот момент, когда рейтинги могли прыгнуть. Что мы видим на данный момент по части рейтингов? Росби 88, Альфредсон 83, Грумит Моррис, Рауш нет. Особых прыжков мы пока не видим особых таких. Да, но мы видим, что у Самуэля Жарда появились новые X-факторы. У него два пассовых X-фактора и Relentless, то есть броски в падении. Так что мы этому рады. Кросби свои X-факторы не потерял. Так, у Жерарда мы посмотрели. Боквист прыгнул до 86. Мы посмотрим, что будет осенью. Лиханов. Долье. Фабрици. Кесл. Кесл все практически потерял. У Лайна до сих пор нет золотого X-фактора. Почему-то Грик стал 87. И у него Траквиланс, ребята. Ридли Грик получил свой первый серебряный X-фактор. Вот этот вот бычок. Он теперь, Ридли Грик, будет силовым форвардом таким. Хотя, конечно, написано, что он не силовой форвард, скорее всего. Он кто там у нас, там снайпер или универсал. Но он теперь будет проводить особо жестко силовые приемы. Чего нам, на самом деле, в составе, может быть, и не хватало последние несколько лет. Это здорово. Тараванин все еще до сих пор с одним своим X-фактором. Делурье прыгнул вниз. Барабанов Найт. Кевин Бал. Вулф. Поль Классен. Классен ничего не потерял. Это хорошо. Ладно, тут ничего не поменялось. С точки зрения рейтингов, пока что, во всяком случае, мы осенью посмотрим, что тут у нас будет. Поэтому давайте тогда займемся контрактами. Что у нас в команде НХЛ? У нас Адам Боквист, конечно, в первую очередь тут находится. И мы Адама Боквиста хотим продлить. И мы хотим продлить его сразу. Мы не хотим давать ему квалифай. 8 миллионов за 5 лет он берет. 8 миллионов за 5 лет. И ценник он не сбрасывает. 8 за 5 лет — это очень дорого. Но нам нужен игрок. И нам нужно повышать свой, так сказать, нашу платежную ведомость. У нас 24 миллиона cap space. У нас 24 миллиона под кепкой в запасе. Я дам ему 7,5. Нет, может быть, я дам ему 7400. Или 7,5. Давай дадим ему 7,5. И посмотрим, согласится он или нет. Мне не нравится давать защитнику с рейтингом 86-7,5 миллионов, но может быть, он вырастет еще. Но это не факт. Может быть, его в случае чего можно будет удачно продать. Мы видели, оказывается, бывают и хорошие обмены. Батлер. Хочу ли я Батлера оставить? Он хочет продлить с нами контракт. Ну, давайте дадим ему шанс еще один. Хотя он рейтинг 24 года. В принципе, неплохо, что у него 24 года ему. Давайте квалифицируем его. Дадим ему квалифай. Так, Злодеев. Квалификационное предложение. Нику Штурм. Хотим ли мы его продлить? Сколько он просит? 2175. Дороговато. Наверное, Ника Штурма мы отпустим. Будем ли мы его отчислять? Давайте отчислим. Если что, мы его переподпишем назад. Райли Шиен, до свидания. Максим Рауш. Квалифай. Нолан Патрик. Что у него со вбрасываниями? 27. Он уже не вырастет в потенциале. Ботом 6. Экзакт. Фейсов и 78. Отчисляем. Посмотрим, что будет потом на рынке свободных агентов. Мэхью, до свидания. Филипп Крау. Квалифай. Фил Кесл. Что просит Фил? За, возможно, последний год. По контракту. 1 475 000. Полтора, я повторяю его контракт. Полтора мульта. Фил остается в четвертой тройке. Коди Икин. Прощаемся. Нейтан Балью. Пока прощаемся. Воробьев 61. Мы пока подписывать его не будем. Винанин в следующем году. Наверное.
Тундин там через 2 года, Саморуков. Саморукова мы оставляем. Хотя нет, тут просит бояут. Нет, мы его оставляем, у него контракт действующий. Руброк, Пирнес. Не знаю, Пирнеса можно будет тоже с кем-нибудь присоединить и обменять. Лассен, Грумит, Моррис. Грумит, Моррис в следующем году будет свободным агентом. У нас Альтшулера надо подписывать. Безусловно, мы подписываем контракт с Альтшулером. Он уже 72, он центр. Ему предлагают 1 миллион. Ну да, видимо, минимальный размер оплаты труда для новичков по входному трехлетнему контракту увеличился. Поэтому да, мы ему даем миллион. Но этот контракт двусторонний. Что еще? Шаров. Мы пока не можем дать ему контракт. И кажется, все. Это по части основного ростера. Что касается вратарей. Марк-Андре Флери хочет с нами продлить контракт, и, конечно же, я ему этот контракт дам. 1 100 000, 2 года. Давайте. Я не против. Спенсер Найт. Кто еще? Вот так вот их отметим. Тамелин. Да, давайте дадим входной контракт Тамелину. Тамелин, скорее всего, никем не станет, наверное, но у него рост. У него фантастический рост 206 сантиметров. Я думаю, при таких габаритах из такого хоккеиста можно в итоге получить нечто супер потрясающее. Я так думаю. Остальные у меня под на контракте находятся. То есть с контрактами вроде бы все пока что. С контрактами именно игроков. Тем, кому можно было вручить предложение, я это сделал, да. Ладно. А обменов я пока проводить не могу. Так, ну тогда давайте продлим один день. Посмотрим, кто подпишется. Кто согласится. Экфорд не заинтересован в работе? Так ты же хед-коуч. Почему? Ему нужно больше денег? Мика Лайонен соглашается обновить контракт. Это наш скаут. Адам Боквист не соглашается на контракт. Марк-Андре Флери соглашается. Фил Кессел остается. Тамелин и Альтшулер присоединяются к нашему коллективу. Понятно. 7,5 миллионов. Мало для Адама Боквиста. Обменять сразу мы его не можем. Хорошо. Мы можем ему квалифай дать совершенно спокойно. Но я не дам тебе больше денег. Я не дам тебе 8475. Это сильно много. Поэтому 7700. 7700. Попробуйте еще раз Экфорду дать контракт. Почему он отказался? Ему нужно больше денег? А, роль ассоциат коуча я ему предлагаю. А почему? Он же у нас главный тренер. Почему? Странно, почему мне роль старшего тренера предлагает игра? Вот это я сейчас не понял. Или он хочет роль старшего тренера? Давайте дадим еще раз. Почему он не хочет быть главным тренером в нашей команде? Я не понял. Это очень странное поведение со стороны Экфорда. Боквист. Ну, отказывается. Хорошо. Мы подумаем над твоим поведением. Пинч сайкл у него. Может быть, стоит его обменять. Может быть, стоит дать ему очередной контракт. Ну, в том смысле, квалификационный. Все-таки он принял предложение. Он почему-то отказывается работать главным тренером. Ему почему-то хочется работать именно старшим. Очень странно. Но мы должны дать ему квалифай как минимум. Адаму Боквисту. Я, наверное, это сейчас и сделаю. В конце концов, какой-нибудь более впечатляющий контракт можно потом дать. Да, давайте тогда дадим Боквисту квалификационное предложение на 2700. Пусть раздумывает. В конце концов, он хотя бы не выйдет на рынок свободных агентов просто так. Может быть, будут какие-то предложения по нему. И у нас открывается рынок свободных агентов 1 числа. Продляем день.
Еще один злодеев соглашается на наш контракт. Спасибо большое. Хотя он и думал, Батлер соглашается на квалификационное предложение. Последний день. Некоторые тренеры не были обновлены, да, Олдрих Шварц уходит. Роскауты. Опять трейдблок. Такер, Крал, Тамелин, второй раунд, второй раунд. Почему вы считаете меня продавцом? С какой такой стати? Итак, мы вступаем в один из самых главных периодов в межсезоне. Это рынок свободных агентов. Мы начинаем не с игроков, мы начинаем с тренерского штаба. Потому что нам интересно узнать, есть ли те самые генералисты, которых мы так ищем. Есть ли специалисты широкого профиля с хорошей оценкой? Специалистов широкого профиля с хорошей оценкой нет. Есть Макнил, который А-. По-моему, он оставался здесь с прошлого года. У него обучение С. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как все это неприятно. Он главный тренер Коламбуса с не самыми хорошими результатами, хотя последний сезон они выиграли, у них процент побед 56,1. Он из себя представляет. Balanced 57%, подходит под Кайру, не подходит под Кросби. Подходит под Шарова. Мы не знаем, подходит ли он под нашего защитника немецкого. Поле не подходит, наверное, скорее всего. Хотя, черт его знает, здесь не весь состав показывается. Overload. Behind the net. Pinch balance, balance, hold the line balance. Там. Брок Ринтоул. Но он оборонительного плана тренер. Можно попробовать его в качестве тренера защитников, может быть. Как вариант, Брок Ринтул. Сейчас посмотрим. Здесь у нас Моро Б минус. Мы его уволим. И дадим возможность Броку Ринтулу стать нашим тренером защитников. И тренером меньшинства. Меньшинство у него А плюс. Брок Ринтул. 5 лет. Помощник главного тренера. И мы дадим ему очень много денег. Очень много. Максимально возможное количество. Чтобы он не подписывался с Ванкувером. Мы дадим ему 6 миллионов баксов. 6 миллионов баксов. Так, Саммерс. Тоже нападающий. Привет, мистер Пупа. Здорово. Добро пожаловать на этот неспешно движущийся стрим. Если бы он не был тренером форвардов, я бы его тоже взял. Но, к большому сожалению, опять это не то, что нам нужно. И он не подходит под Кросби и Кайру. Хотя общие командные 72% у него. Сопоставление с составом с нашим. Pinch cycle, balance cycle, balance balanced. В защите. Окей. Как дела, кстати, подходящие к нам на прямой эфир, ребята? Рассказывайте. О'Салливан. А минус. Тоже форварды. 61%. Пиншут. Бэлэншут. Пиншут. Хорошо подходит под нашего молодого, это того самого немецкого защитника. В остальном, ну блин, это все форварды. Макнил, дженералист. Обучение С. Вот все в нем здорово, но обучение С. Понимаете? Как обидно. А кто имеет обучение более высокое? У Лотца, кстати, тичинг А-. И он генералист, но у него рейтинг Б. Может быть, попробовать Лотца в качестве именно старшего тренера. И может быть, главный тренер, который есть у нас сейчас, его выучит во что-нибудь. До какой-нибудь более высокой оценки. Как вам такой вариант? А минус обучение у него. Влияние на тренеров в С. Большинство А. Давайте сделаем так. Я не так планировал, конечно, выстраивать тренерский штаб, но что сделать? Мне и здесь не повезло. Сэмюэл Томс, давай, до свидания. А может быть и нет.
Так, значит, Лотс будет у нас вторым вариантом, на всякий случай, если что. Хочет ли кто-нибудь с ним подписать контракт? Коламбус в нем заинтересован. Паралли Лотса. А мы заинтересованы в Саммерсе, потому что он работает с нападающими. У нас вообще нет дженералистов. Может быть, Макнил, но у него обучение. Да, у него обучение. Очень слабое обучение. Так, Саммерса никто пока не хочет. Мы дадим ему 4 года. Не хед-коуч, это ассоциат-коуч, да. Старший тренер. И дадим ему тоже 6 миллионов. У нас будут очень дорогостоящие тренеры. Так, теперь нам нужно в АХЛ кого-нибудь взять. У нас не хватает помощников в АХЛ. Помощник в АХЛ. Все беспонтовые вообще, абсолютно. Может быть, НХЛовских таких тренеров возьмем? Да, печаль. Посмотреть по обучению. А плюс, тренер вратарей. Ну, лучше, чем Шварц, здесь просто нету никого. Так что давайте, наверное, возьмем его еще раз. Еще раз на один год. На позицию тренера вратаря. Дадим ему побольше деньжат. 500 тысяч. На то же самое место. И кто-нибудь в плане защитников. Вот, дефенсмен Б минус. Коннор и Олен. Одному 45 лет, другому 52 года. Я думаю, что я вот этому человеку дам трехлетний контракт на большие деньги. Какая может быть максимальная зарплата? 1 600 000. Радослав Валин. Это что касается тренеров. Теперь скауты. Скауты — это тоже очень важно. У нас нужен скаут в WHL и в Россию. В России у нас есть скаут с рейтингом А-. По фамилии Гончар, но это не Сергей Гончар. Это Виктор Гончар. Который с Россией, правда, знаком на буковку Б. То есть он не очень хорошо знаком с нашим регионом. Но это не беда. Потому что у него все остальное А. В том числе X-факторы. Нам не хватало для российских игроков на этом драфте хороших скаутов. Поэтому вот он, Гончар, Виктор. Предлагаем себе контракт. Что еще у нас тут есть? У нас есть Кольцов. Ленна Кольцов. Удивительное сочетание имени и фамилии. Раз такое дело, и это Ленна Кольцов. У нас тут есть Акерман. Акерман у нас занимается... Он Россию хорошо знает. Мелисса Акерман. Но это Б. А кого она еще знает? Шведскую лигу. Финскую не очень хорошо. Не хочется ее увольнять. Да, но здесь есть более интересные, мне кажется, скауты. Извини, Мелисса. Мы отправляем тебя на мороз. В то же самое время мы забираем Ленну Кольцову. Теперь у нас в России будет два очень хороших скаута. С очень хорошими оценками. Наверное, если не согласятся, конечно. Мне нужен скаут в WHL. Есть такие здесь? Может быть, кто-то из профессиональных лиг может эту лигу взять? Именно нужно смотреть Ашки. Стефан Байер. НХЛ. Здесь у него Д. Димайо Б минус. Правда, Ашка у него в ОХЛ. Хантер Раймер Б минус. Ги Лабанк А минус. Вот. Лебланк. Лебланк. WHL. Записали. Предложили. Деньги.
Все, мы потом его переправим в нужную зону. А где у нас те самые игроки, которые стали скаутами? Оффман, Смит, Шульц и Бонина. Простите за это словосочетание. Так, Бонина. Бонина скаут под рейтингом Б. Он НХЛ-овский скаут. С чем он еще знаком хорошо? Он как раз WHL хорошо знаком. Но рейтинг, опять же. Хейл Атлантик. Жаль, но не подходит он нам на самом деле. Так, Шульц, Бонину и Хоффман. Сейчас мы найдем Хоффмана. Хоффман. Хоффман Б минус, но он НХЛовский скаут. Хорошо знает Ойчел. Б минус это тоже такое себе. Нам надо избавляться от Бшек и Цшек постепенно. Шульц и Смит. Тоже внизу списка. Ищем, 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 ищем этих парней. Брэндон Смит Б- в АХЛ. Он ни с чем не хорошо не знаком. С USA West. Запад США. Шульц. Б- в НХЛ. Он очень хорошо с дивизионами знаком. Со всеми НХЛовскими. И почти со всеми АХЛовскими. У него А+ в OHL. Давайте глянем еще раз на наших скаутов. Где у нас есть проколы? Так, в лиге финской А минус, Б минус, Б, А. Здесь А, А минус. У нас в USA West Цешка. То есть слабое звено это у нас вот этот вот товарищ. В USA West. Кто это? Люси Поти. Люси, мы тебя увольняем. И мы ищем скаута, который мог бы взять работу на востоке США. Так, Димайо. Бэшка на USA West. Стефан Байер А-. Рейтинги? Рейтинги хорошие. Стефан Байер. Так, записали. Куда мы его берем? Этого самого Стефана Байера. И подписываем с ним контракт. Окей. С тренерами, к сожалению, не удалось разобраться. Скаутов немножечко мы поднабрали. Теперь, наверное, стоит обратить внимание уже на рынок свободных агентов, на тех, кто у нас в составе есть. Кто нам нужен вообще, на самом деле? Опять же, я не могу найти нужную мне вкладку, которая мне помогла бы разобраться. Давайте посмотрим, кто среди свободных агентов есть. У нас все еще кап-хит очень низкий на этот сезон. Хотя мы пока с Боквистом не разобрались с нашим контрактом, он просит довольно много денег. Алекс Тук. Можно по потенциалу посмотреть, конечно, с одной стороны. Густаво Фер у нас ограниченно свободным агентом является от Чикаго, но он не растет. То есть это тот человек, которого выбирали первым в нашем самом первом драфте, на старте наших стримов. Но он с того момента не вырос практически вообще. То есть он дошел до 81-го, он тусуется в третьей тройке, и он не растет. Стоило бы нам, например, с ним подписать контракт, я не знаю. А что он хочет? Он хочет 2450, но нам придется тогда в случае чего выплачивать компенсацию за него. Если от него Чикаго откажется, нам бы этого не хотелось. Боквист, с этим, с ним все понятно. Танаби, Medium Elite. Что такое Танаби? Видимо, какой-то четвертый раунд от Нэшвилла. Томми Тойванин. Капу Како. Я так думаю, что это
Ограниченно свободный агент он, нет? Или не ограниченно свободный агент? Ну да, РФАТ написано. Эдриан Кемпи, Алекс Стук. Если мы просто посмотрим по рейтингам. Брэд Маршан доступен. Алекс Так. Стоит ли мне взять Алекса Така? Ну, нет, наверное, мне его некуда пихать. Кемпи Джо Павельски. 87, но ему 41 год. Бьоркстранд Боквист. Конор Гарланд. Предпочитает играть во второй тройке нападения. Что у него там? 88 Offensive Awareness. Джо Валено, Шмальц, Эллерс. Нет игроков, которых, знаете, хотелось бы взять. Может быть, Валено? Велено. 80 фейсов, но опять же. Хорошие броски, но... Конечно, с вбрасыванием у него беда. Сэм Лаферти, вот его можно было бы рассмотреть в качестве центра форварда, если бы, опять же, он хорошо вбрасывание брал. У него хорошая скорость, с другой стороны. Он классно бегает. В качестве варианта для третьей тройки. Но Фарментона у нас уже нет. А Лаферти играет слева. Слушайте, Лаферти играет слева. Можно попробовать Лаферти поставить вместе с Альфредсоном и найти под него центра. Шульц-то у нас есть или нет? Еще до сих пор. Штурм, в смысле, не Шульц, а штурм. Окей, давайте дадим контракт Лаферти. Ему... 31 год, конечно, он расти не будет, но он 85 рейтингом, и, наверное, для третьей тройки он вполне подойдет. Хотя, подождите, мы не посмотрели, подходит ли он нам. Ну, написано, подходит. И он хорошо играет в меньшинстве. Тогда давайте действительно дадим ему контракт. Давайте дадим контракт Сэму Лаферти 5300. Я дам тебе 5 миллионов. Хотя на него претендует Бостон. Тогда давайте дадим ему 5400 дадим ему. Хотелось бы, конечно, дать поменьше, но все-таки давайте сделаем предложение. Джейкоб Троуба защитник, Нюквист, Густав. Мне, наверное, нужен центр. Брент Бёрнс, опять же. Он куда-нибудь подходит, он тоже стареющий, 41 год. Он потерял все X-факторы, кроме одного. Ну да, Брент Бёрнс, наверное, не лучший вариант для того, чтобы его подбирать. Тони Милано, 30 лет. Кудрявый, мохнатый, хочет во вторую тройку. Подходит под ботом 6. Мне нужен центр. Анжи Копитер. 85 на точке, 38 лет, ветеран. Опять же, two-way forward. Подходит ли он нам в третью тройку нападения? Подходит. Анжи Копитер. А ребята, почему бы нет? Хорошая связка может получиться для Альфредсона, например. Как вариант. Правда, мне не нравится, что он-то ему 38. Опять же, может быть, только на один сезон, не на два. Ему пока предложений никто не делал. Лаутон это нет. Кевин Хейс 34 года. Алексиак, Дикинсон, Сканделла, Густавсон, Гризлик. Гризлик вышел на рынок свободных агентов. Вот вы обменяли два раза. И вот он уже никому не нужен. Хорошо. Давайте дадим Копитеру контракт. Давайте дадим контракт Копитеру. Не совсем то, что я хотел. Все-таки один год. И дадим ему 4 миллиона. Так, примерно я представляю себе первую тройку, вторую тройку, третью тройку, четвертую тройку, в принципе, тоже. Если что, перед сезоном можно будет разобраться, где кого слить, кого отдать, кого обменять, кого оставить в фарм. Поставить. Эллиот Саммерс присоединяется к нашей команде. Замечательно. Олдрих Шварц отказывается от нашего предложения. Значит, мне нужен новый тренер Атаи. Виктор Гончар берется за скаутскую работу. Лена Кольцова берется за скаутскую работу. Гилли Бланк берется за скаутскую работу. И нам предлагают обмен. Питтсбург второй раунд и Такер за второй 28-го года и Миннесота Уайлд 4-го. Опять кто-то хочет Такера отдать?
А нет, вообще на самом деле. Но мне не нравится это предложение. Такер про запас, хороший защитник. Хотя, может быть, стоило его и отпустить. Может быть, я за более хорошую цену его продам, но я не хочу второй раунд отдавать. Вот как раз второй раунд приобрести было бы неплохо, а вот отдать, скорее всего, нет. Давайте сразу отправим скаутов, пока я не забыл. В нужные точки. Итак, Лебланк. Ну это косяк игры. Почему-то не срабатывает кнопка сразу. Лебланк у нас едет в WHL. То есть, по идее, у меня менюшка должна открываться сразу. Она не активна почему-то. WHL. Спасибо. И Байер. Где он там? Его нет. А, ну потому что он еще пока не подписал контракт с нами. Хорошо. Нам нужен тренер снова, да? Тренерский штаб. Кто у нас остается? У нас есть помощник, у нас есть главный. У нас не хватает... Нам нужен тренер батареи в команду НХЛ тоже, вы знаете. Оу, ассистент коуч тоже и помощник. Помощник тоже. Так, тренер батареи. Друзья, у нас нет тренера батареи в команду НХЛ. И в команде АХЛ у нас тоже нет тренера батареи. Так что вот этого чувака мы ставим. Он хочет быть помощником. Хотя он тренер батареи, да? Давайте дадим ему еще больше денег. 870 тысяч. Пусть даже на 3 года мы потом его отправим в отставку. Рдина? Ты у нас кто? А, он тоже NHL Associate. Окей. Хотя работает с вратарями. Нет, ты, чувак, поедешь в NHL. Надо бы, конечно, посмотреть его оценки. Ну а плюс. У нас с тренером и вратарей уже большая беда, поэтому... Выбор-то небольшой, на самом деле. А, ассистенты. В качестве ассистентов, конечно, хотелось бы кого-нибудь с хорошей оценкой. Может, Лотсу дать возможность в АХЛ поработать. Так, Пикей. Макмиллан. Моро. Скрбек. Вот же. Валин. Разве я ему не предложил контракт? Мне казалось, предложил. На 6 миллионов. Неужели он отказался? Или я не послал ему предложение? 1 600 000. Очень странно. Давайте продлим еще один день. Так, Брок Линтул отказался от нашего предложения на позицию помощника. И Валин тоже отказался. Так, Стефан Байер принимает предложение. Становится нашим скаутом. Третий раунд и Крала предлагают за 4-й и 5-й. До свидания. Мне не интересны такие обмены. Я должен третий отдать и хорошего защитника, потенциально, за 2 менее высоких драфт-пика. Зачем мне это надо? Все не так вообще. В этом межсезоне все идет не так.
Так, Байер, мы его хотели отправить куда? Так, в американскую зону Запад. USA West. Так, со скаутами, видимо, мы разобрались полностью, но у нас с тренерами, конечно, беда полная. Просто я бы даже сказал, что не беда, а задница. А, Макнил остался дженералист. Которого с обучением С. А, нет. Брать Моро, у которого обучение Б. Еще раз. Может быть, Лотцу дать шанс. Но у него меньшинство Б минус. А минус меньшинство и С. Ай-яй-яй. Ну, давайте попробуем. Ему предлагает Коламбус вернуться к себе в команду. Пусть играет в Коламбусе, господи. Вот тренер вроде интересный есть. Как раз просится на ту позицию, которая была. Холден Моро. Мы его уволили, но теперь возьмем назад, видимо. Потому что лучшего варианта мы не увидели. С ахейловцами мы чуть позже разберемся. А складывается все как-то совсем не здорово пока. Есть у нас какие-то новости по поводу подписавших контракт? За исключением месседж-центра. Почему здесь не отображаются обмены и подписания контрактов? Вот Питер Сагат и Габриэль Танаби показаны, а все остальные, кто был раньше, уже не показываются. Шварц принимает предложение на позицию тренера вратарей. Ему нужно было только больше денег. Грдина отказывается от, этого предложения. Хотя мы даем ему... Лучшее предложение по работе. Сразу в команде НХЛ работать. Почему он отказался? Не знаю. Валин ушел в другую команду, видимо. Еще один обмен. Питтсбург. Второй Такер Тамелин. Второй, четвертый. Вы мне предлагаете какую-то шляпу. Вы мне даете слишком мало. Иди в жопу, Ванкувер. С своими тупыми предложениями. Холден Моро отказывается. Копитер соглашается присоединиться к нашей команде. Отлично, у нас есть центр третьего звена. И Сэм Лаферти тоже соглашается. У нас есть третья тройка. Причем очень даже неплохая. Второй, пятый за второй и Такера. От Оттайва. Нет. Все хотят получить Такера, но я хочу тогда его обменять, знаете, с хорошим каким-то КПД. Невозможно найти хорошего тренера вратарей. Этот черт отказывается. Может быть, Вероника Кристик? Она у нас работала. Между прочим, Вероника Кристик. Она, правда, хочет быть работником американской хоккейной лиги. Но давайте ей дадим больше денег. Поработать в НХЛ на 2 годика. Опять же, Максим Шаров будет ей очень рад. Так, мне нужен ассистент коуч какой-нибудь. С более высоким рейтингом. Помощник главного тренера. Здесь все дэшки. Пипец. Здесь все цешки. Лотца, смотрите, никто не берет особо. Может быть, работа с защитниками? Почему-то я тоже это не могу выбрать.
по работе с защитниками Шон Десантис. Ему, в общем-то, тоже никто не предлагает работать в национальной хоккейной. Ну, тебе 1 320 000 и давай. Б минус. Б обучение, меньшинство, А минус. Тяжело. Третий, четвертый за третий и Такера. До свидания, Нью-Йорк Айлендерс. Это даже не второй раунд мне предлагают уже. О, Вероника Кристик присоединяется к нашей команде. Она довольна и счастлива нашим предложением. Тем более, опять же, у нее есть друзья в этой команде. Четвертый и Такер, третий, седьмой от Tampa Bay. Нет. Я понял, что я делаю не так с Моро. Потому что я ему предлагаю должность старшего тренера, а ему надо должность помощника. И так как должность старшего тренера уже занята, он ее взять не может, хотя и хотел бы. Ну, Стив Ручин начинает... Стив Ручин, почему я его так назвал? По старой памяти. Рикардо Ручин начинает уже радоваться тому, что у него постепенно подбираются тренеры. Состав. Примет предложение, в конце концов, Моро или нет? Спасибо. Все, так, сформирован тренерский штаб у нас. Команда Американской хоккейной лиги. Формирована ли она? Вот я не пойму, став кемистри от чего зависит? Как мне сделать так, чтобы у тренерского штаба сыгранность была тоже повыше? Эй, понятно. Надо посмотреть по необходимости, по нуждам. Что у меня есть? Кросби, Лайне, Кайру первая тройка, Грик, Таравайнен, Шара вторая, Копитар, Лаферти, Альфредсон третья, Барабанов, Кесл, Протас четвертая. Скорее всего, Протас топ-9 хай не поднимается. Дальше Реддиш и Эдисон в запасе, но это скорее всего игроки АХЛ. Это форварды. В системе. Костелич, Руцалайнен остаются, Йозефсон, Руброк пока что у меня не в команде. Надо по деньгам их распределить. Альтшулер, Йозефсон, Плеханов. Лавин, Батлер, Злодеев. Классен, Костельч, Руцалайнен. Это 9. Делурье, Барбашев, Павлычев. 12. Потом, может быть, подпишем еще кого-нибудь. По необходимости перед сезоном. Я так думаю. Что с защитниками? В запасе Самаруков, Фабрици, Боквист, Крал, Рауш. Защитников не хватает. В ХЛ их тоже можно добрать. Можно Винанина подписать, а можно не подписывать. Это в системе. А в основе? Харли Чернок, Джерард Бал, Пол и Такер. Такера подняли вверх. Пока что. Вратари. Найт Вулф. В системе Флери, Пикард и Романов. Больше нам ничего не надо. И Тамилин еще у нас четвертым вратарем. То есть вроде бы как нам в низшей лиге никто не нужен особо. Кто среди свободных агентов остался еще? Без контракта. Боквист. Павельски. Почурети. Фаст Цукер. Сутер. И Сутер. Опять же. Энрик Ярнкрок. Нико Штурм все еще здесь. Можно его подписать, наверное, тоже. Если не в команду НХЛ, то в команду АХЛ его можно отправить. Как вариант. Потому что четвертая тройка, она у нас еще пока не сформирована до конца. Предложим ему контракт? Ну давайте.
Он просит уже 1 600 000 за 2 года. Мы дадим ему год. 1 600 000. Нико Шторм соглашается. Хорошо. И Филипп Крал подумал. И согласился на наш квалифай. 3-7 предлагают за Такера и 4 раунд. Ойлерс. Очень все хотят Такера. Но я не вижу предложений, которые меня бы устроили. 4 и 6. За 4 и 7 от Лос-Анджелеса. Нет. Болтон Сизонс и 6 за 3-4 Питтсбурга. Ой, в смысле наш. 3-4 28 года Болтон Сизонс. И 6. Он подходит нам в 4-ю тройку. Вбрасывание 82. Вместо Ника Штурма скорость 85. Штурма 88 вбрасывание. Поэтому нет, наверное, я Колтона Сизонса не возьму. Продляем до конца июля. Максим Рауш принимает наше предложение по квалифаю. 5-6 раунд, 3-й Тамелин. Ну почему вы мне предлагаете такие низкие раунды? Конечно же, я откажусь. Адам Лаури, 3-й раунд за Вашингтон, 2-го. Нет. Мне нужны раунды выше, не ниже. Понимаете, друзья? Поэтому давайте посмотрим свободных агентов, посмотрим, что у нас требует сейчас Адам Боквист. Кросби прыгнул на 90, кстати, рейтинг. Только что. Он был 89. Отлично. Мы посмотрим все остальное чуть позже. Так, ну он в системе, видимо, да? Адам Боквист. Ты еще ждет контракт. Но он просит 6 миллионов уже. За 1 год. За 4 года он просит 10. Ну не слишком ты ли охренел, чувак? Ну и у Боквиста и запросы. За один хороший сезон он просит такие деньги. Можно, кстати, попробовать продлить контракты сразу с теми игроками, которые у нас... Сейчас хотят контракты получить. Костелича мне интересно продлить. Поэтому давайте Костеличу дадим деньги. И Саморукову тоже предложим продление контракта на 2 года. Эти чуваки из системы меня вполне устраивают. То по вратарям. Пикард и Романов. Пикарду я дам 1 год. По Романову тоже. А он 1 год и просит. Хорошо. Кто хочет Вулф? 5 миллионов. 5 миллионов за год. Пока рано с ними разговаривать на этот счет. Александр Барабанов, 32, хочет продлить контракт. 2 года. Я дам тебе 1 и 2 миллиона на следующий сезон. Сэм Жерард. Хочется сразу продлить с ним контракт. Он просит 10 миллионов за 4. Ой-ой-ой, это последний год его по контракту сейчас. 10 миллионов. Ридли Грик 6 миллионов просит. Максим Шаров 10 миллионов за 4. Именно потому, что не хочет продлять контракт. Жесть какая-то. Но нам не обязательно, конечно, это делать сейчас. Охренеть. Но Боквисту, как я понимаю, никто контракт не предлагает. Так, Пикард согласился. Наверное, по календарю, наверное, будут перемещаться, а не так просто. Давайте в середину месяца стартанем. Костелич продляет, Барабанов отказывается. Ага, он хочет больше денег.
Романов соглашается, Саморуков тоже. Факса, второй раунд и третий. Нет. Детройт, пятый, шестой за Тамилиной и третий. Нет. Чего вы мне предлагаете какую-то шляпу? Смотрим Боквиста. Боквиста, в общем-то, тоже никто не хочет за такие деньги. Ну вот, видите, уже 600 за год. 6 миллионов за год. Я бы дал ему на 4 года, но он опять же просит 9 миллионов. Это очень дорого. Но предложений нет у него. Опять который год подряд мы в одной и той же фигне варимся. Давайте до конца августа протянем. Эй, босс, у нас Адам Боквист сидит без контракта. Питтсбург 3-4 за 3-4 Тамилина. Деклайн, я не вижу радости от такого обмена. 3-4 от Эдмонтона за Такера. Деклайн. Лоури, третий раунд за Вашингтон, второй. Деклайн. Вы не предлагаете шляпу какую-то, идите в пень. Период подписания подходит к концу. Мы все ждем Боквиста. Ни разу еще не было такого, чтобы кто-то попытался все-таки как-то забрать игрока у меня, который на контракте ограниченно свободного агента сидит. Toivonen in low elite 59. Томми Toivonen. Слушайте, это интересно. Целый лоу элит. Давайте предложим ему контракт. А чё бы нет? Пусть покатается. Может быть, он тоже прыгнет куда-нибудь. Тем временем Адам Боквист. 5252 за 4 года 9 миллионов все еще просит. Блин, это очень дорого. Я не готов давать ему такие деньги. Я просто не готов давать такие деньги ему. Продляем день, продляем еще один день. Toivonen рад присоединиться к нашей команде. Очередной финн в нашем составе. Правда, низкорейтинговый. Но кто знает, что будет с ним дальше. Давайте тогда Симту на next season. Так, составы. Нас кидает в составы. Что мы можем увидеть здесь? Старованин, Кросби. О, Лайны перемещает сразу во вторую тройку на самом деле. А Старованин вторая линия. Ну... Я хочу поставить его сюда. Но Шаров, Таравайн и Грик дают плюс один здесь почему-то. С точки зрения сыгранности. Может быть, Таравайн и Шаров поменять местами можно? Да, не слишком хорошо здесь сыгранность работает. Грик получил еще один X-фактор. Кстати, между прочим, о птичках. Он теперь еще и оборонительный будет у нас хоккеист. Твой форвард больше в оборону заточен. То есть у него хитерская способность, и он будет быстрые контратаки останавливать. Шаров пока X-факторов не получил, но он прыгнул до 87. Кайро 89, Кросби 88. Хотя я видел, что у него был рейтинг 90 еще буквально совсем недавно. Лаферти 85, Копитар и Альфредсон. Альфредсон прыгнул до 85. Потрясающая скорость у него. Вот Купитар, конечно, как каракатица, но он хотя бы в браса не выигрывает. Протас, штурм и барабанов. Штурм на точке лучше. И в запасе Кесл. Кесл в запасе. Ой, Фил в запасе.
Рэдиш, Эллисон. Эллисон подходит. В случае чего в четвертую тройку. Фил в запасе. Ну да, здесь плюсы мы заработать никак не можем. Пока что. Барабанов дает плюс 2 в третьей тройке, но мы хотим Альфредсона заиграть. И в защите что у нас? Жерард и Чернок плюс 3. Ну, Бал и Харли хотя бы не портят картину с Такером. Такер и Бал дают плюс 1. Мы хотим давать пуль больше свободного времени игрового. Хотя мы можем поставить его в первую пару. Вместе с Жерардом. Жалко, Такер плюс не дает. Чернок и Бал. Вот так их сделаем. Бал и Чернок. Харли и Такер. Пока у нас Боквиста нет. Пулю мы хотим дать свободное время игровое. С вратарями мы разберемся, с пауэрплей мы тоже разберемся потом. У Альфредсон здесь дает... Но они все правши, блин. Он дает здесь плюс 5, но они все правши. Ладно, с большинством мы разберемся чуть позже тогда. ЦХЛ что у нас? Йозефсона ставят в центр, но у него рейтинг 70. Плеханова. У Йозефсона 73. Я думаю, что Костелич должен играть с Руцалайном и... И с кем? Йозефсоном. Руцалайн, Костелич, Йозефсон, Плеханов, Классен, Батлер. Делурье, Злодеев. Злодеев тоже на вбрасываниях слабоват. Нам нужны центры. Центры на вбрасывание. Но этот состав нам явно не пойдет. Альтшулер в третью тройку хорошо подходит, конечно. Злодеев плохо. Да вообще Злодеев подходит. Четвертую. К Павлычеву и Лавину. И к Барбашеву. Илья Славин явно не в своем месте находится. Да, состав команды ХЛ тоже надо укреплять, но мы посмотрим, что мы можем сделать здесь. Да, и у нас защитников, что ли, не хватает тут? Да, у нас не хватает защитников здесь, потому что у нас какой-то Томми Тойвонен появился, непонятный. Потому что Фабрици и Рауш тут должны играть. Да, у нас, конечно, Боквист тоже все портит, потому что здесь одного игрока не должно быть. Так, сет капитана давайте поставим в свои команды. Костелич, Йозефсон и Крал. Ну, в общем, пофиг, да, в принципе, почему бы нет. В команде АХЛ-то почему бы нет. Кто будет у нас в команде НХЛ, капитан? Лайни, Кайру? И у нас в запасе. Можно запасного поставить капитаном. И у нас будет неиграющий капитан. Вот, соответственно... Патрик Лайны будет у нас ассистентом. Или нет? А, ассистент Кросби?
Давайте Кросбина не будем капитаном команды ставить пока. Я не знаю, блин. Так, ладно, с линиями, с тройками и парами мы потом разберемся тогда. На всякий случай глянем в контракт еще раз. Потому что все-таки проблема с защитником остается. Неподписанным. Ему никто не предлагает контракт, с одной стороны. И у нас он просит очень дорого. Очень много. Сейчас он просит 5 миллионов. За 4 года просит 9. Я не могу ему столько дать. Могу дать за 2 года 6. Давайте дадим ему 6 400 за 2. Как вариант. Может быть, он согласится на квалифай. Болквист отказывается. Окей. У нас следующий матч 24 сентября. И что там по календарю? Давайте взглянем быстренько по календарю. Предсезонные матчи будут все те же самые с нашими соперниками по дивизиону. Филадельфия, Вашингтон, Каролина, Айлендерс, Питтсбург, Коламбус, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Сезон мы начинаем домашними матчами против Бостона и Баффало. Хорошо. Это мне интересно. А заканчиваем мы сезон поединками против Колорадо, Нью-Джерси, Айлендерс и Флориды. Офигеть. Это будет увлекательнейший регулярный чемпионат. Я так чувствую. Адам Боквист. Что же мне с тобой делать, Адам Боквист? Адам Боквист. Опять не все поменяли здесь. Спасибо огромное. Я надеюсь, что в 25-м инхейле этого не будет всего. Серьезно. Это лишнее. Абсолютно. Так настроенный трейдинг-блок. Кто хотит за Айлома Уоквиста, никто не хочет контракт. Им подписывать и обменивать его тоже не хочет никто. По идее, он мне нужен, конечно же, для моей защиты. Но он не хочет подписывать контракт. Главное, ладно, если бы у него было миллион предложений... 4700. На год. Мы влезаем в капхит, это хорошо. 4700. Он сбросил свое требование на этот сезон еще чуть-чуть. Но требования, конечно, 10 миллионов, это просто конские какие-то. Я не знаю. Он не такого уровня хоккеист, чтобы просить такие зарплаты. И перед матчем с Филадельфией, конечно же, Адам Боквист соглашается на этот, на эту сделку. Спасибо. Ну и тогда мы сразу Такера отправим вниз. Так, надо его отметить. Системе отметить Боквиста. Сразу всех поменять. В команде НХЛ. Как Боквист и Бал дают здесь... Плюс один только. Мне казалось, что у Бала было подходящее сочетание, или оно поменялось?
Бал с Жерардом дают плюс 3. У нас много левых защитников. Можно вот так вот сделать. Жрат и Поль. Чернок и Боквист. Харли и Бал. Пока с такими сочетаниями уходим. Странно, мне казалось, что Бал и Боквист работали в прошлом году. Они давали плюс 3. Сейчас они дают плюс 1. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, боты и ботхи. Короче, не так я себе планировал стрим сегодняшний. Многие планы не сработали. Ни с тренерами, ни с... драфтом. Вот, поэтому не могу сказать, что я прям очень сильно доволен тем, что произошло на самом деле. Но мы посмотрим, во что это выльется в итоге. То, что мы сделали за лето в следующем сезоне. Попробуем добиться более высокого результата. Ну, не знаю, ладно. Будем смотреть, действовать по обстоятельствам. Тогда уже. Будем рассчитывать на то, что следующий сезон будет более удачным, чем предыдущий. Вот, а сегодняшний стрим, опять затянувшийся слишком надолго, я заканчиваю. Вот, благодарю всех за внимание, за то, что присутствовали на этом прямом эфире на платформах ВК, ВК Play Live, на Twitch, а также записи на YouTube. Всем до новых встреч, любите омский хоккей, болейте за пиратов. Вот, мы увидимся с чем-нибудь еще уже очень скоро. Всем пока. Удачного времяпровождения, остатка дня, утра, вечера, ночи, где вы ни были, на нашей прекрасной голубой планете. Короче, чао, какао, да. Капец.